Понял, тебе лишь бы лучше, чем я. Я в Discord 12 человек. Да, я нашел один хэштег. Я бы вообще в Warzit поиграл, что-то как-то... У меня опасеньки в Among Us идти. Да это минус 8, то, что ты предлагаешь сделать, да, флешка? Не, ну можно в Overwatch. Почему минус 8? Ну, почему? Потому что Warzit на четверых. Так, а Among Us на 12, что ли? На 10. Ой, нас сейчас просто 12 и как. То есть, Андрюх, ты хочешь минус кирилл, да, сделать вот это? Нет. Да я уже сам себя пробовал. Ну вот, 11 уже. Так, ладно. Ты не пойдешь, Ярик? Ну, людей много. Немного людей, смотри. То есть ты мне написал, найдем для тебя слот и ушел? Ну, ты-то спросил, я сказал, что для тебя найдем. Ты менеджер, что ли? Давайте, я считаю. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. 11 человек, если что, здесь. Ну, я уйду. Я уйду. И 10 я человек уже. 10 уже, все. Ну, Лан Виллов, он тоже по доброте душевно ушел. Потому что он Лан Виллов. Так, ладно. Как я забыл создать? Create game, confirm. Итак, ребят, код VT... А, нет, подождите, у меня имя писка почему-то. А, я, кажется, написал не там писка. Сейчас, секунду. Все, игра создана, пожалуйста, проходите. Код CNIORQ. Это уже значный код, да? Да, это новый уровень. Гроня, спасибо за 9 месяцев. Добро пожаловать обратно. Карему The Mask тоже спасибо большое. Короче. А где код смотреть? Блин, я запустил почему-то Ведьмака случайно, ребят, вместо Манкаса. Может, это намек какой-то? А флешка Вов играет, что ли, или что? Нет. Почему долбишь? Кто долбит? Кекс, а у меня есть Вов, если что. У меня все скачано. Я просто играл в игру эту в BPM, которая с ритмом. А-а-а. Только какой единственное... C-M-I-O-R-Q. Не заходит? Да, не заходит. Плюс. Согласен, Андрей. А вдруг Андрей теперь у него какие-то настройки на этой студии, что он тоже без VPN не сможет играть, как у меня. Вообще похоже, на, или нет, или нет. А может быть попробуйте кто-то вы создайте? Ну, если мы к тебе не можем зайти, ты, скорее всего, не сможешь зайти. Я смогу, попробуйте. Я смогу. Хорошо. Создайте кто-нибудь. Будешь сейчас выйти. Я создал. Все, Валек, создал, что здесь. Ладно. Зашел. А чё, Валька? Дискордик код. А где? Пароль. Опа. Ну, у меня нет, мне не заходит. Тебе напишут, что лаг сменить. Несколько раз попробуй, несколько раз. Я тоже встретил зашел. У нас уже 6 раз здесь происходит. Бля, я не могу в Дискорде посмотреть что-то. Андрей, си... Блять, я вышел не вовремя. А, еще раз, еще раз по зязе. Ой, еще один. C-A-L-X и 2Q. Андрей, справа вниз регион поставь себе на Европу. А, возможно, да. Так. Действительно, в этом. Да, момент. Действительно. Так, C... А, теперь я тебе в Steam написал, Андрей. Спасибо. А, слышишь этот... Confirm Eject, выключи эту тему. Или на... По-моему, типа, чтобы не видели, кого кикали. Видишь, в настройках, типа, добавили? Matchmaker is full, пишет. Ну, еще раз. Вот это несколько раз. Он Confirm Ejects выключил? Да, типа, чтобы мы, наоборот, не видели, кого выгоняют, да. Там есть слот, Андрей. На месте. Так. Так, давайте, что тут я по настройкам. Время видимости, убийство, вот это все скажите. Дистанция. Зай. Visual tasks убрать, галочку? Я ничего не знаю, ничего не помню уже. Все епли. Своя епли, это наш? Это хуёпли, это я. Это ж хуёпли, это чё? И типа, можно типа коротких заданий три въебать. Ну вот скажи по настройкам все, что сделать. Перерыв, время, голосование, вот это. Скорость игрока, vision нормальный. Коротких заданий можешь даже поставить 2, 1, 4, короче. Хорошо, поставил. Visual tasks убрать, галочку? А Visual Task? Да, убери. Хорошо, дистанция близко, все нормально.
Да, 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 все, найс. Да, да, да. Visual task, это теперь не видно, что он фейс. Гел хэв, гайс, гел хэв. Good luck, have fun, guys. Guys, have fun, well played. Да, рано, точнее, простите. Пока я в вентиляции не кулдаунится. Жесть. А мы... Ладно, я нашел труп. Я скажу, труп был найден, где сверху чуть кислород, чуть-чуть правее вроде там. У меня было обычно... Ну, короче, тоже скажу, я не успел нажать на труп флешки, ну, черный, по-моему, если я не ошибаюсь, внизу на пути к, господи, к генератору вот этому нижнему. Mm-hmm. А это хуёпля, говорит? Я просто, я думал, что хуёпля — это вопль. Не, вопли молчало, вопли молчало. На морду говорит. На морду говорит, причём флешка умер буквально вот только-только, потому что мы с ним разминулись, я не знаю, секунд за 5 до этого в районе мусорки вот этой нижней. И типа я... Он побежал, видимо, чинить. Я побежал за ним буквально спустя 5 секунд. Нашел его трупчик. Так что кто-то из его убийцы одного, вероятно, должен был только-только забежать вот в починку. Так, а что, где сейчас находится? Дайте я дам инфу по снеговику. Значит, в столовой меня заперли, Кекс убежал направо без меня. То есть Кекс убежал, меня заперли. После этого снеговик побежал за Кексом в ту же сторону. И вот сейчас мы видим, что Кекс мертв. Я... Когда это было? Это было вот буквально секунд 10 до собрания. Секунд 10 назад я был снизу, слева, получается, вот электричеством делал там сначала. Закрыли меня сначала, отгородили снизу. Потом побежал в сторону столовой, и там отгородили. И ждал, чтобы вызвать собрание, но вышло этот emergency налево. Задумайтесь о снеговике, потому что там труп... Задумались о снеговике и задумались о хуёпле, который тоже воду мутит почему-то. Я одного не видел. Я единственный в этом раунде плотно достаточно был с Волошей, но рядом с нами еще бегал флешка, поэтому типа непонятно, мог убить, мог не убить. Вот. Но вместе мы чинили электричество, так могу сказать. Не знаю, еще такая микроинфа, может, я сейчас хуйню сделаю, но когда свет выключили, ну, свет чинил, стояли, по крайней мере, у щитка я, снеговик Волоша, и кто-то, ну, типа, клацал, выключал наоборот. Я стоял, включал свет, а кто-то, типа, мешал и выключал наоборот. Блин, я... Был, он в стенку, я не знаю, кто был, я там тоже был, я пытался включить, но это с дилеем происходит, поэтому, как бы, тут инфа говна, честно говоря. Вот да, я же, если там что-то... вроде можно друг другу просто мешать, ну, как бы случайно, типа, кто-то включает, кто-то выключает, ну, такое. Да. Что-то непонятно. Ну, я просто все никого не видел. Так а что, Волоша? А, ну, у нас голосование уже, я понял.
Че, вообще без света играем? Мы же вроде как по-старому. Да, 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 го без света, не выключайте свет. Как же легко. Так, и тут я такой, значит, начинаю, типа, выслеживать. Выслеживать, типа, начинаю. Хуёпли, Powerfly. Какой-то. Так, так. Менеджмент с кнопкой. Слушайте, чел, что-то, по-моему, сервер лагает в мясо. У вас есть такое? Да, да, я тоже не могу кнопку нажать просто. Немножко есть такое, да. А, ну и все, все встали, кроме меня. Что встали? Ты говорить будешь? А я созвал? У меня просто спор... Да, созвал. А я вот был живой, но сейчас я умер, кстати. Ну, если нашел, окей, да, я завис, если нахер, но скажу. Я нашел этот труп, нашел его возле монитора, последний раз я там видел Волошу. Монитора? Пинг 200. Волоша сдох. Так, понимаете, а у нас идет собрание? Ну, я что-то не вижу, просто говорю. Мы вот... вообще-то разговариваем, но я умер, если что. Я типа стою на трупе, я стою на трупе, бегаю на нем, пытаюсь его зарепортить до сих пор. Еще но РМК, сервер, короче, лагает, ребят, да. Надо РМК или что-то. Да, а, ну да. Пинг 1500, вот это вот все, но у меня да, еще. Да, пинг 700. Ну, тогда все согласны, что мафы проиграли, получилось? Не, проиграли, мафы... Проиграли. Ну, можно сказать, что ничего не было. Я просто всех убил. Ну тебя все лагали, я ходил. Я так подозревал Андрея, когда он за мной бежал, но я не решил это не озвучить, потому что... А в смысле, за что ты подозревал меня? То, что мы просто бежали в одной точке? Нет, ты прям так за мной целеустремлённо прям бежал, а потом резко развернул. Чел, ты что, рофлишь? Это ты за мной бежал, блять. Блять. Как можно бежать вот целенаправленно в модельке другого персонажа, выполнять все действия за ним? Это же просто рандом. Я просто бежал в том же направлении. Ух, я сгорел бы. Возможно, че, Валёк начал качать порнуху или чё? Может быть. В Даркнете, я надеюсь. Жив, может, у него как раз и залагало. У нас не, у меня всё нормально было. А, ну огромная кнопка БРБ. Терс, да. БРБ. Ну, создайте кто-то из вас. Так, уже пересоздал, получается, да. Потому что кнопка не у тебя. Но у меня всё, пинка, что, 3 сотки, хз, ну, пофиг. У меня сотка. У меня тоже 3 сотки. У меня стал 50. У меня 69-50. Ну, на пинг насрать просто. Может, там многих слетел бы с региона? Он, по-моему, всегда был такой. Пинг. Может, просто всем надо регион проверить? Может, не только у Андрея слетел? Слушайте, а мы не хотим играть совсем? Ведь тут еще настройки новые какие-то. Так мы их поменяли. Ну, мы поменяли настройки на новые. Там, типа, не показывается труп и так далее. Так может, совсем играть без всяких будет приколов, без света и так далее? А, ну, да свет просто супер душный, потому что вообще же ничего не видно. Это я в прошлый его выключил случайно, ну как я забыл, что нельзя выключать. Не, ну... Но просто можно тогда мерным поставить вижен не единицу, а полтора. Да, ну, просто, если вижен побольше поставить, то можно. Ну, единицу, что... да, типа там 0.5. Потому что так вообще же просто один пиксель видно, это прям жесть. Но зато сейчас нету такого, что если вы разделились на два лагеря и выкинули мафа, и в конце мы увидели роль мафа, и тогда все ясно становится. Теперь же вот в этом попроще мирным должно быть. Поэтому я, чтобы сбалансить, типа... Ну... Я обсудил просто игры. Thank you.
Coverfly. Ну, может, это, конечно, мув от него такой был серьезный. Здорово, чело. Надо будет сейчас проверить его. Проверить, все ли живы? Я тогда повторю это. Пока, знаете, поболтать можно. Чуваки, ну, имхо, если нет ролей. Только если сразу свет сейчас выключит, это не значит, что это я. Ну, просто к тому, что имхо надо пользоваться инструментами, нет, это крутой давай, инструмент. Светом-то? Да, ну, нет ролей. Когда Vision побольше сделаем тогда, потому что, ну, реально, там реально пиксели там реально... Ну, мы можем попробовать со светом. Давайте попробуем со светом, но по опыту это вроде дерьмо. Короче, смотрите, а кто собрал? Флешку сам собрал, что случилось? Чё, да, я просто так бегал, волновался, кто. А у меня... Но, на самом деле, я немного кекса подозреваю, потому что, ну, я не знаю, мы говорим вот эту мета-инфу какую-то там. Не, видел там. Мы не говорим мета-инфу. Ну, короче, если что, я Кирилла подозреваю, типа. А я... Мы же убрали флешку, то, что видно, как это делает задание. Челы, подождите. Я просто... все тогда нет. Очень важно. Мне сейчас нужно проверить Powerfly, потому что, по-моему, он совершил сейчас мув, будучи трейтером. Во-первых, он сейчас молчит. Он молчит. Сейчас это очень подозрительно. Во-вторых... Потому что Андрей трейтер, кстати. Можно я продолжу, ребят? Можно я продолжу? Выявлять трейтера настоящего. Значит, во-вторых, он стоял сейчас в ядерном отсеке, ждал, пока кто-то придет, та самая доверчивая жертва. Потом он включает сирену там и типа как бы со мной выключает вместе реактор. Ну, я в такую хуйню не верю. Я не верю в это, если что. Бля, забейте, я ставлю жопу, что Андрей мирный, блядь. Я про такое же, честно, подумал про тебя, но подумал, ты просто там квоздел какой-то. Да, и... когда Андрей мирный, он вечно вот эту вот... А чё, я думаю, Лош тоже трейтер, короче. А кто? А кто у нас? Андрей, да? У нас трейтера жопы не жестко. А у кого у нас скин, чел в маске такой, в противогазе каком-то? Это я. Квоздил. Трейтер. Хуё, бля. Трейтер. Ярик трейтер. На меня огонь. Так... Ну хорошо, значит. Ага. А меня дисконнектнуло. Кто трейтер был? Ну? Кто был трейтер? Ну сейчас можно уже. Карп и снеговик, да. Карп и снеговик. Кто? Ярик, видишь, обознался. Обознался, да. Так что, поиграть получается. У нас, да, так, игра... Так, все справа ниже углу, чтобы стоял Европа у всех. Да Европа стоит. Так зайти нельзя, Европа. Если в другой регион. Просто выкинуло. Блин, вообще... В этой игре просмотров уже больше, чем у Fortnite в лучшие времена на Твиче, поэтому я не знаю, почему они сервера еще не сделали нормальные. Ну да, непонятно. Что вторую часть? Это бестселлер в Стиме, если что, в принципе. Сильно. Кто-то хастует, ребят. Кто-то хастует, не знаю. Кстати говоря, Flash и Carp, потом в Розет пойдем играть после этого? Я только за вообще. Карп. Ау, чего? В Warzone потом пойдем играть после этого? Да, да, можно. Хорошо, нам нужен еще один человек. Кекс? Кекс, может быть, Ярик? Кушайте, да. Не, это я просто потом. Это я потом. Потом на будущее. Нет, не после этой. В принципе, сегодня там... Сейчас-то еще сколько времени? Время-то мало еще, время детское. Сейчас сколько? 17:62. 16. 15-16. 4-5. Кто не зашел? Ты на свято флешка не зашел. Так, я не зашел. А что, код уже где-то есть? Ну да. Почему у меня дилей на стриме больше? Не знаю. Возможно, это за ОБС. У меня он в начале стрима подлагал, поэтому сейчас типа странно. Ну ладно. Теоретически, кстати, реально может быть дело в том, что мы просто палим пароль, и к нам люди пытаются коннектиться, но это, как говорится, не точно. Да не, вряд ли. Там должен тебе коннектиться коннектификатка. Со светом, да, играем? Да. Давайте совсем попробуем. Так, ну надо сразу искать челов так-то. Угу.
ребята, нашел кота. Возле центральной карты, ну, то есть это кафетерий, да, называется, центральная комната? Слева, ну, короче, проходит. Да. Я бежал справа, видел флешку, листики запихивал флешка. Я делал квест на метеоры, убивал метеоритики. Не видно ничего. Да, это не видно. Не, я... Найс мета-инфа, найс мета-инфа. Анимация, Андрей, не видно все равно. Никто ж не... Ну, типа, я ж могу врать, Андрей, что я делал, правильно? Ну, по-моему, врет. Анимации не видно больше, алло, неважно. Да. Видел Кейка, который бежал мне навстречу. Но я не знаю, ну вот он с той стороны как раз-таки от трупа кота. Кстати, а подожди, еще раз, где ты нашел труп? Левее от кафетерия, прям в проходе, прям 2 метра. То есть ты видел меня и при этом успел пробежать вот справа до левого угла кафетерия? Да, 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 так точно. Ты же тоже меня видел, правильно? Я тебя видел просто... Ну, ты навстречу. Кто-то видел еще кота? Я просто кота видел, он с правой части стоял, если что, кафетерия у листик, ну, где вот мусорка и документы скачать. Он стоял сначала справа. Потом он, видимо, побежал налево, и там либо его кто-то встретил, либо Карпентер не врет. Просто по таймингу, мне кажется... С кем я сейчас снизу был? Со мной, наверное, кажется, сначала. Потом я снизу Андрюху видел только с каким-то челиком еще. Карп, а как я ты пробежал? Не... Типа после метеоров ты что, по кругу сделал? Я потом... Нет, я спустился вниз, посмотрел на тебя, посмотрел еще там кто-то был рядом, потом побежал на эту emergency. Так, а ты Кирилла встретил, когда бежал? Да, да, прям мне навстречу убегал Кирилл, вот, как раз ты его тоже увидел, наверное, да? Ну, в конце сам, да. Да, и, ну, то есть в теории он мог убить кота и побежать вот куда-то направо. Кирилл, а ты откуда выбегал? То есть ты где был? Я стоял рядом с Яриком. Я стоял рядом с Яриком справа в кафетерии. Выполнял квест, пошел, доделал, пошел вниз. Но я не вижу смысла так долго это обсуждать, если больше все остальные отмалчиваются и нечего сказать, то в принципе. Ну, сейчас пауза у Кирилла в речи была такая, сомнительная, будто он на ходу придумал. Ну, нет, Кирилл, нет. Я третий раз это повторил, Волош, можно повнимательнее чуть-чуть слушать. Слушайте, ну вообще, давайте смотрите, тот, кто отмалчивался, флешка, хуёпли. Наморт, снеговик, снеговик и я. Ну, я не трейдер, потому и что... Меня, но я не видел. Да, и ты, и ты. Я внизу бегаю. Все, кто я говорит сейчас, на... скорее всего, не трейдеры. Отмалчивался в скобочках... Нет, флешка... Отмалчивался в скобочках не я. Ну, короче, вы поняли. Тот, кто молчал, тот с большей вероятностью трейдер, потому что очень жаль, конечно, кота, безусловно. Да что тут начинается-то опять? Плевки какие-то в меня... Обидно, все. Так, куда это он идет нахер? Я просто за ним буду бегать, лол. Очень долго. Там на деле... Чего, блять? Вы видели этот рендж? Блин, они его не пофиксили. Усюка. Так, окей. Короче, один трейдер — это хуёбли. У нас его Волоша, который бежал и уже репортил, потому что мы его посмотрели на камерах. Наверное, что не успел пройти. Короче, при мне съел. И кто съел Андрея, получается, должен был убить Волоша. Но его уже убили. Короче, хуёбли трейдер, при мне съел, второго, я не знаю. Ну, я верю, потому что там тоже ситуация была странная. А можно? Я доверяю. У меня есть что сказать, но я хочу, чтобы снова он что-то сказал. По поводу... Ну, ну, смотри, Дред умер. Ты как бы с ним был уже много, не? Ну, он бегал за мной в начале раунда, потом мы разделились, я пошел наверх направо. Он почему ты начинаешь оправдываться? То есть убили Дреда, ты ничего не видел, типа, просто? Ты начинаешь просто сразу оправдываться? Угу. Ну, собственно, я не мог ничего видеть, потому что мы с ним разделились. Кексом
не отдаст в обид, не отдаст в расход. Камеры, сука. А Карп, что ты можешь сказать? Я в хуёпле голосую, потому что только что дали инфу, и он как бы, да, он точно трейдер. Я бегал с флешкой, Дреда видел. Но... Флешка, Карп с тобой бегал все это время? Да, я видел его. Ну, видел или вы бегал просто? Ну, не весь раунд, естественно, но ну, в конце только. В конце, да. Хорошо, хорошо. Да, но убили не в конце Дреда. Дред на морд, Карп были внизу втроем, но ни на морд, ни Карп особо сами не стали. Я зашел камеру, вижу труп на камерах. Как раз вопли начал убегать от камеры, судя по всему, или к телу бежать, или к этому. Я Карп. Короче, снеговик флешка, нам просто месяц надо держаться, и хуёпли сдался, поэтому это изи должно быть. А тут сейчас же не показывает ты трейдер, да, поэтому зря не надо сдаваться, типа, да. Ну да, ладно. Да, я думал, я просто камеры не смотрю. Ярик, кстати, а если хочешь, можешь пермачом банить. Чтоб сомнения вести. А я иногда кого-то... А, да, забей. Я так. Профилактический ремень. Типа, ты мог до конца, типа, отыграть, чтоб, ну, сомнения по поводу меня были у людей все равно. А, я думал, там камеры прям видно. Тяжело, на камерах. Тяжело, очень настроить. Ты уже улетай, блин. Видно, на видео стоит. Тяжело очень настроить 10 челов по голосу выстроить, по войсу. Так что я пытаюсь, но это займет какое-то время, чтобы все были одинаково примерно. Так, хвастаюсь. А, то есть, походу, надо все-таки не то мы включили. В смысле, там же написал просто, что его кикнули. Самая сложная задача в мире. Кекс легко пожелал. Ну, Кекс, я так понял, Кекс сегодня нечего делать, он особо не придумался игру, поэтому, да, согласился. Вот. Надо, главное, сделать приятную, дружелюбную, интеллектуальную атмосферу, чтобы Кириллу понравилось. И мы еще потом поиграли в Among Us. На морд. Снеговик, ты шо, рофлишь? А, он нажал все-таки. Я думал, что он все грамотно сделал, типа, и делал вид, что нажимает, но не нажимает. Кекс задушил, но он не додушил так, пока еще. Короче, огромное подозрение на морта. Потому что сейчас, когда мы чинили... То есть в комнате, где мы должны починить, просто стоит за углом на морд, подсматривает, ждет одну цель, чтобы его, кто будет забегать в комнату, просто убить, но нас сбежало двое. Я, в принципе, бежал просто... Да, это... В смысле, не будет хер? Ну, я забежал и, собственно, починил. И в этот раз починил, и в прошлый раз починил, правда, с другой стороны. У меня точно будут герои еще. Валёк, это... Я думаю, у тебя будут почему-то есть подозрения. А, Валёк. Чё? А ты что скажешь? Ничего. Как это? Тебе вообще нечего сказать или что? Ну я отбегал с вами, с тобой, с Снеговиком, что мне сказать. Забежал потом на верхний кислород и деактивировал. Кстати, сколько двоих убили за это время, правильно? Не, просто вот когда ты с намордом был, что ты вообще что-то можешь сказать насчет этого? Я видел, вы типа на верхнем кислороде, вы типа тусили. Короче, смотри. Ничего не могу сказать. Я тоже в намор доголосовал сейчас, потому что
вот когда первый раз кислород включили, он очень долго там стоял, активировал на верхнем, прям 20 лет, пока кто-то не пришел и не сделал как будто это. Я подглядывал. Ну, то есть, я на верхнем был. Вот, сейчас или второй раз, или первый раз? Ну, второй раз. Ну, второй раз мы сейчас с тобой вдвоем здесь. Ну, короче, в Намор, да. Я тут тоже, он всех видел, кроме его только. Ну, ладно, я как бы и не против, потому что Кирилл еще в прошлый Грошин Сандрик. Да, да, я говорю. Ну, Валёк, как-то странно просто. У меня последний квест на скан в мидблоке, если тебе что-то не устраивает. Я тебе намекал весь раунд, типа, когда мы там не видно ничего, это чел. Не показывают, ничего, Валёк, ну сколько повторить-то? В смысле, так это, ну, типа, анимации нету у метеорита, но это медсканирование, типа, алё. Там, по идее, нет никаких анимаций, да. Так что ты все фейкаешь, Валёк. Ну, короче, в намор докидайте, не парьтесь. Окей. Карт-трейдер, короче, скриньте. Ну, год, зайдем, посмотрим, если нет, то сори. Я просто, ну, это нелогично, наверное. Мирного человека. Не стыдно вам? Бля, нет, ладно. Короче... Блин, какой же рейндж, как же я спалил. Да, короче, я в самом начале спалил этого наморда, он просто со стоячим на меня бежал через всю карту, и я думаю, сейчас, значит, я просто буду следить за ним, и он точно где-то опозорится. Вот, в итоге он просто с рейнджа километр напрыгнул на меня и горло перерезал. Может, поменьше поставить? Да, надо рейндж меньше ставить. Ладно, давайте поставлю меньше. Я по камерам спалил на морда, бегу его, короче, докладывать, понял, и меня по дороге просто... Да, это и понял, да. Слушайте, я почему... Дискорд выложил, вот с этого рейнджа меня на морд убил, следующий экран был красным, я паузу поставил. Да, у нас есть еще у экипажа больше обзор, чем у предыдущего. Да, это, слышишь, ты, хост, ты что, этот, как его называют? Не молодец, что ли? Так, в смысле, я поставил все, дистанцию убийства маленькую. Excuse me, Crew Mate Vision надо поставить меньше, чем у Impostor Vision. Ну, Crew Mate Vision полтора ставить, а Impostor Vision максимальный. Типа. Не, ну, зачем? Давайте, так мы же со светом, типа, играем, не? Ну, ты не видишь? Да, да, но Impostor Vision просто поставить больше. Типа, у тебя Impostor Vision ноль. Поставь вот. А какой типа... пароль? Опять новый пароль? Пойдет или нет? А что у нас это? А, сейчас. Слышь, какой хост? Максимальный импостер? Почему? Или? Почему ты Vision 1.25? Зачем столько? А сколько ставить? Обзор экипажа 0.5 и Vision импостер 1 поставь и все. Кстати, а я не могу этого чела с вопросом? Нет, там в списке. Что значит не можешь? Вот так я нажимаю, его нет в списке, блядь. Это получается, хакнул систему. Получается, я сейчас тогда создам новую игру. Получается так. Давай. Итак, граждане, создал новую игру. Пожалуйста, пароль в Телеграм скину. Ты мемасы 2007 года смотришь, что ли? Да, блин, я не могу разобраться в Дискорде, куда вы кидаете, типа. Тут на канале много всяких чатов вроде как. Я не умею. В Дискорде ФСБшники залетят к нам в игру и заруинят, а тут в Телеграме нормально. Андрей, мне, кстати, не это. Ты не можешь. Не заходит. Не так, Андрею нельзя зайти. А на морд зашел. Причем я знаю, не из телеги, я уже на стриме, Андрей. Значит, он трейтер. Получается так. У меня пишет 7500 пинг, поэтому не пускает. У меня просто не можешь найти игру. Давай, да, я просто заново создам и все. Ладно. Давай, ну ты какой-то, блядь, странный. Создай только и нормально все делай. Хорошо, сейчас сделаю. Волош, вон есть в Дискорде, на самом деле, настройки, как бургеры играют. Сейчас. Хорошие настройки, честно говоря. Осуждаю? Да, я тоже, честно говоря, очень вот это стереотипное, конечно, название. И иностранные гражданины. С Карпентером, конечно, мы играть будем, но осуждать осуждаем. Кибербулли сегодня еще. Не, если мы узнаем, что это он нарушил правила какие-то, ребят, мы тут же его кикаем. С кафе? Хотя бургеры я люблю, конечно. Ой, я бы тоже сейчас съел бы с радостью. Я пройду, я, естественно, пройду. А, Андрей неправильный пароль в Телеграм кинул. Неправильный пароль написал. Написал, вернее, в Телеграм. Андрей списать пароль. Все, я скинул. Почему я и зашел? Hi, Video Games Experts, Andrew. Для тех, кого нет телеги, можно что-нибудь сделать, если не сложно? Я в Дискорд подублирую сейчас. Thank you very much. Блин, а куда вы дублируете в Дискорд? Я тоже хочу научиться. Блять, я перешел в канал какой-то другой. Или что, или кикнули уже этого с вопросиком. Я перешел в другой. Блин, а как я вы... Я закрыл. Текстовый основной. Андрей, смотри, у тебя есть так. Лучше представить текстовый канал основной. Основной, текстовый. Так, а Колт это не наш, да? Зашел? Нет. Похоже, нет.
Эндрю. Yes, yes, excuse me. Ну, ты видишь сообщение? Так, yes, все, все yes, yes. Все наши, по-моему, все наши. Все, молодец. Я на месте. Слушайте, вообще-то, у них прикольные настройки. Я так смотрю, это прям ок. Ну, это киберспорт. А может, вы так же сделаете, чел? О, он делает это, он нажимает. Давай, давай, блядь, меняй все это. Kill cooldown еще поменяй, ну. Я посмотрю, на сколько. Да. Вот, все, все, идеально. Андрюш, ты соскучился по... Player Speed 1.25. Да. Yeah, yeah. Ну, вообще, это полная правда, потому что я сейчас тестил игры всякие разные, и что-то... В смысле? Там 15 секунд на обсуждение? Нет, 15 секунд на обсуждение и 90 секунд на голосование. На тем голосование, самым в сумме... И дайте договорю, 105. Ребят. 105 секунд 105. Будет, в общем. Здорово. Ну, Андрей, даже не смог и... Все, поехали. Стоп, сколько обсуждения? 15, да? 90. Да, все, поехали. Положь, Player Speed 1.25. Да. Ты поставил Player Speed 1.25? Он это не сделал. Блядь. Ой, блядь. Nice Vision, мы за близоруких, да, играем? Мета-инфа, кекстрейтер. Ой, у меня все нормально видно, а почему? Ребят, нашел труп пауэрфляя. Делал вот, ну, меня все видели, в принципе, справа. Я вниз пошел. Я не видел. В проходе нашел. Ну, Кейк меня видел, еще кто-то пробегал, не заметил. Чел, я вообще ничего не видел. Я смотрю, я захожу в дверной проем и не вижу в комнате никого. Захожу, там 3 человека. Это что за настройки? У меня нормально все. Окей. Опа! Жесть! Ебать, вы вычисляете, ребят. Я, как помощник капитана корабля, заявляю, что, между прочим, экипаж набирался только из слабовидящих людей. Соответственно, трейдеры как раз-таки те, кто видит хорошо, ребят. Ну, был бы на трейдере, так и свалился. Я плохо вижу, но я трейдер. Ой. А вдруг ты играешь? Так, погодите, надо же выяснить инфу, кто Валика видел. Вот я, например, видел Кейка, Карпа, Волошу вроде... Ну, у меня в щитовидке у меня флешка был и снеговик. Я с котом делал квестики рядом. Я сначала с флешкой внизу в админке делал, потом побежал в щитовидку. Контрия. Короче... Терся что-то. Я вообще... А вы где были? Волоша был справа. А где остальные там были? Вот Дред, Флешка, там кто еще? Снеговик. Да, вот. Так я же говорю, в щитовидке у меня были. Слева, короче, в правой части у нас, по идее, не было. Ну, блин, Флешка, я точно. У Андрюхи в щитовидке, я в конце говорю. Щитовидке-то. Да, щитовидка что-то, блядь, как. Короче, мы скипаем. Так что, скипаем или что? А что Ярик доебался до меня? Вы слышали это? А я спрашивал. Голосуй, Андрюху, не ошибешься в любом случае, типа, третий мап. Я просто спрашивал. Просто спросил. Так. Блин, он не поставил скорость передвижения. Отвратительно, ужасно, очень плохо. Опс. Здрасте. Слушайте, челы, я вообще не видел, кто, где, но где-то возле щитовой, соответственно, лежал труп кекса, судя по всему. У меня просто большая кнопка «Репорт» появилась, типа, я нихера не видел, это знаменитое убийство в ночи. Типа, давайте просто по очереди говорить что-нибудь, предложение одно какое-нибудь, говорить по очереди, и поймем, кто из нас нервничает. Волоша, с тебя начнем. Ну, могу сказать, что Андрей, скорее всего, мирный, потому что он 2 раза подряд иногда несет полную херню, и он больше это делает на мирном, вот. И на самом деле, вот про кнопку то, что Андрей ничего не видел, это довольно-таки убедительно, я считаю.
Тебе спрашиваю, батарея. Ярослав, мы мирные. Я согласен, что ты мирный, потому что в темноте ты меня не убил, но и я тебя не убил. Мы здесь бегаем снизу, делаем квестики. Так что я бы исключил себя, Ярослав. А себя это кто? Это кто? Это вохуёв. Давайте, но... давайте дальше. Мирный Карп, хуёпли. Карп, а ты что думаешь? Я тоже вот ничего не видел, бежал вот по левой стороне снизу здесь. Не успел. Вот А снеговичок, как дела у тебя? А я побежал слева сверху. Забежал в медотсек, запустил квестик, побежал дальше, добежал до мониторчика. Ой, вот. Все, блять. А на морд, как вы, у вас дела? А мне вот интересно, я тебя видел и еще кого-то видел сейчас у входа, когда выбегал. Собственно, я выбегал из щитовой тогда, когда вы вбегали и обнаружили трубчик. Меня ты видел, меня, я с Андреем бежал. А у флешки? Я кушаю курочку запеченную с моцареллой. Флешка трейдер, скорее всего. Кайф. Короче, трейдер, Волоша и кот. Заебись, Андрей. Нахера я тебя красным называю? Ребят, скриньте. Волоший кот, волоший кот, изи. Блять, у нас до сих пор... Мои глаза. Ладно, может быть, не кот. Волоша, снеговик, кто там еще был? Ну, да, но нет, но непонятно, не знаю, короче, ничего не знаю. Блин, 5 маленьких квестов, это ж такое, такая жесть. Это, кстати, не маленький ни хрена квест. Труп кота на камерах нашел. Так это Андрей, не кот. Андрей, твоя теория уже... Да, я понял, почему теория провалилась. Короче, он сказал то, что типа я рядом с ним бежал, я его видел, типа чего он меня нет, не понимаю. Дело в том, что если ты бежишь сзади человека, ты видишь его ник в целом и понимаешь, кто это перед тобой. А если ты после него бежишь, вот типа снизу, то ты, получается, вообще практически не видишь, что происходит. Очень сильный вопрос. Хуёпли, а почему ты остался с котом? В смысле остался с котом? Расстался. Да, я пошел делать квестики. А ты снеговик, да? Да, я Волоша. Слушайте, ладно, а давайте его на морды спросим. Что на морд вообще делал? Как, скажи, тебе понравилось убивать кота? Тебе понравилось? Я бы с удовольствием убил кота, если бы был трейдером, но проблема в том, что они... Сука! Убил кота. За что, блядь? Предсмертный хрип. Короче, давайте голоснем по хуёблю. Сказал, что я маф, просто так. Смотрите, голосуйте меня, потом Волош убирает. Алло, тихо. Андрюш, а ты сейчас с котом на морд, алло. Так, хватит. Флешка, говори. Чуваки, это около электро щитовидки вот это вот, Андрюхин. Там что-то толпа такая бегала. Кто куда вообще побежал? Кто-то видел? Я с тобой. Я побежал. Андрюха, сейчас я там в отбивке находимся. Вот когда на сфетерии слева. На квесте. Короче, это компьютер. Кто налево побежал, то вот это, тут трейдер. Блин, Волоша псих. Я направо бежал. Волоша псих, он просто топит во всех. Да хуёв, я сказал, что я баф, и сказал, давайте меня голосуем. А снеговичок, смотрите, а снеговичок, он молчит и завоутил почему-то Волошу. Это снега... Всё... Ой, палево! Ах ты, блядь, ты не иди за мной. Да какие ещё, блин... Ой, тут такой посыл сейчас будет. Мне кажется, надо срочно бить тревогу. Там убивать людей будут. Так, кнопка репорт нет. Волоша, Карп, хуёпли. Ну, короче, это я уверен, что это, наверное, всё-таки снеговик.
Да ёб твою мать. Ребят, собрал emergency. Почему собрал? Потому что пошел включать свет вместе с хуёбли. Смотрю, он включает. Нажимаю клавиши, а он выключает их. Как бы свет включали 30 секунд из-за этого. Ну. Сори, я просто не знал, как это работает. Мы со светом не играли раньше. Ребят, смотрите, вывод. Карпи и хуёбли, скорее всего, не вместе. Ну, потому что Карпи не пиздел бы, сейчас осталось 6 человек на своего мапа. Я думаю, Андрей мирный. Несмотря на то, что Андрей сказал какой-то раунд, что волоший кот. Остается, получается, флешка там курицу жрет, остается. Мы с флешкой отстаемся. Получается, Карп не пиздит на Наморда, а Наморд вообще весь все раунды молчит. Блин, зачем этот Волош так юлит? Он каждый раунд пиздит на всех. И, между прочим, в прошлом раунде я уж подумал, что Снеговик обосрался. Он проголосовал Волошу, единственный практически без комментариев. Я думал, что все, значит, он трейдер. Андрей, да я не буду в жизни больше тебя красным называть. Карп залез на меня, потом Карп залез на Волошу. Волоша залез на Карпа и на Наморда. Соответственно... Слушайте... Я сказал, ты залез на него, когда... Ладно. Наморд. Я в Карпа голосовать, согласен. Мне кажется. Короче, я верю только флешке, и тот трейтером окажется, блять, я не знаю, короче. Я, короче, в Карпа ебанул руку. Чё, в кого? Кого? Для баланса я в Волошу кидаю, потому что, ну. Согласен, согласен. Так не делается просто. По делам ему. Понимаю. Понятно. Ой. По делам ему, да. Я ничего не понимаю. Стример сидит, блядь, и вообще не угомонит то, что происходит. Наморд два каких-то стака Почему я четвертый раз тут папки нашел? Ну, Волоша, смотрите, я нажал, и там все. Короче, надо нажимать и... Короче, мужики, я на самом деле нажал, потому что уже в целом, мне кажется, надо начинать говорить. Задач у нас достаточно много, и сейчас, если еще чик-чирик будет, то все, приятики, приехали. В общем, вообще не понимаю, что происходит. Единственное, что из этого можно какой вывод сделать, то, что я красный, потому что... Стойте! А у меня Волош написано. Стойте. Собрал. Да, Карп, стой. Карп, флешка и дред, да, в меня руку поставили? Я поставил, да, в тебя. Я поставил. И чё? А, смотрите, я уверен, что Андрей мирный. Допустим, флешка и Карп это, ну, не два трейдера. Получается, хуёбли и Наморд, которые хотели моей рукой увести Карпа. Легко, ребят. Ну, хорошо. Только есть одна проблема. Не, ну, кстати... Когда бежал чинить кислород наверху, мы, собственно, флешка бежал за мной, я прибежал, там стоял Карп, и он стоял реально долго. Я боялся, что меня кто-то грохнет, поэтому не сразу прибежал, но это очень сомнительная история. То, что прям вот реально долго, секунд, я не знаю, 10, наверное, Карп стоял, пытался что-то там сделать. Свою защиту, я ошибся в одной цифре, заново писал. Короче, ребят, смотрите, у нас время очень мало на обсуждение, поэтому два вам момента. Первый, это Наморд ни разу не пошутил за этот ран, то, что Наморд это ник его, вот. А второе, это то, что, в принципе, я согласен убрать Наморда, а потом Волошу по балансу, если Наморд не это, трейдер. Так мы не узнаем. Да, действительно, но как бы... Да, короче, но все равно, блять, я не знаю, мне кажется, это Наморд. Честно, вот он что-то отмалчивается, так он обычно говорит, размышляет, так ноль эмоций, поэтому это Наморд, скорее всего, и Карп или хуёпли. Все, у меня... Я, короче, не знаю, как вы задание делаете, у меня одно задание сейчас осталось, просто так, держу в курсе. Да я с реактором. А в полоску половину заполнена, кек. Призраки не делают. Все, сейчас можно расслабиться и начать делать. Все, сделал. Час назад, блин, сижу, чирю. Я 2 часа. Сижу, чилю в The Welcome to the Game. Опять начинается.
это карп. Меня это только карпентер. Что, наверное, спасли. На меня бежал карпентер, меня убить, скорее всего. Вот, тихо-тихо, я нашел труп. Он, короче, побежал флешка мимо камер наверх. Я стоял. За ним побежал карп. Я побежал наверх, думаю, если флешка выживет, то карп, ну, мирный. И, ну, слева наоборот, соответственно. Встретил, да. И там, снизу, короче, слева, снизу, да, побежал карп, потом от этого трупа. Я там. Ребят, флешка, я бежал свет чинить. Смотрел, как Волоша просто режет флешку. Наверху, возле бензака. Ну, взял, зарепортил. Я считаю, все просто хуёб в такой ситуации. Сначала можно прожарить карпа, потом, если что, будем жарить Волошу. Потому что нас останется трое, и типа мы Волошу возьмем с тобой. Вы не успеете. Так почему нет? Тут есть голосование, можно сразу же собрать тут два голосования. Почему мы не успеем, карп? Он убьет же вас одного из... А как он успеет? Андрей, он не сможет. Он же прожмет, Андрей, он прожмет Андрей. Твою штуку, и вы не успеете созвать голосование. Андрей, в прошлом раунде, Андрей, я логически подумал, короче, я топил карпа, карта топил хуёпли. Я задефал хуёпли, сказал, надо там, типа, карты на бочку. Я за карту. Короче, Волоша, мне кажется... Не жать кнопку, короче. Волоша не стал бы так много пиздец, мне кажется, бы, если был бы трейтером. ГГ. Ура! Легчайшая победа. А кто второй был, получается? Намот. Намот. Так мне кажется, нужно секундочек 30 накинуть до голосования. Мне кажется, да. нужно это зрение, короче, сделать коррекцию зрения всем. Кайф. Ну, чефирчик. Кстати, насчет этого голосования, мне кажется, слишком плохо. Слушай, Кекс. Может, свет просто не офать тогда, ребят. А в Welcome to the Game прям получается реально интересная игра, если разобраться. Просто я там мало чего понял. Я не понял, как доджить вот этого чела, который на улице напрыгивает на тебя с ножом. Да. Ну, короче, там намек написан, как его доджить. То, что и, там типа, чел спрятался в двери. Ой, не в двери. Чек, каждый этот чел приходит с... Он не может тебя просто убить. Хитман, он идет, типа, надо слушать. А этот маньяк, он хихикает. Дышит, типа, понял? Ты когда слышишь его дыхание, ты должен зайти в руму, в эту, в кладовую, и держать ручку. Как только он ручку будет опускать, ты должен напрягаться. Как он ее, как бы, не опускает, ты расслабляешься, понял? Да, понял. Такая вот тема. Так что, мы свет не вырубаем, да, за трейдером? Вырубаем, вроде? Ну, просто вижен, типа. Не, Vision был без. Блин, ладно, словил спойлер, но я думаю, все равно будет интересно играть. Купается, это, мне кажется, адекватно, типа темно, типа. Скафандры он. Нашел труп снеговика в щитовой, в щитовидке. Видел, как снеговик бежит вместе с Андреем. Потом нашел труп. Ну, подозрение на Андрея, соответственно. Не видел, как он убивает. Код Powerfly. Я вам с этого момента доверяю, потому что убито два чела, а мы, типа, вообще в другой стороне были. Слушайте, чел, ну вообще, карп, я тоже это самое видел. Мы бегали троицей. Подозрения очень... правильные, релевантные, конечно. Но я ушел направо, поэтому есть, я сам в щитовидку не забегал. То есть, вероятно, тот, кто убил, он там сидел, что-то делал, поджидал, так скажем. А вот. Кого нашли? Кого? Снеговика. Смотрите, да. Я еще видел Волошу, он за мной бегал. И Волоша точно не убил снеговика. Значит, это либо Наморт, либо Хуёпли. Хуёпли, да? Кек, ты видел Powerfly и кота, правильно, вместе? Да, ну я видел вот. Powerfly и кота, да. Но они не вместе были, Powerfly ну, чуть да. дальше был. Все. Просто они были справа, я хрен знает. Значит, либо Наморт, Хуёпли,
либо Андрей. Вот он три кандидата. Подождите, гайс, гайс. Сейчас Андрей оправдывается. Мне не особо не нравится вот это релевант. Короче, мало, мало времени. Давайте и на морд еще хуёпли, главное, поговорят. Значит, про себя могу сказать, что я был только в верхней части. Я думаю, что Волоша может подтвердить, потому что я там сначала обезрежил, потом мне пришлось немножечко постоять в луже какой-то липкой жижи. Вот, собственно, вряд ли это я мог убить. Я видел Волошу, Андрея, и вот больше не помню, на самом деле, чтобы кого-то я видел. В верхней левой части. Вопли поговори. Я справа снизу делал квестики и видел, как пробежал там кекс с компашкой. Этноморт, этноморт, этноморт. Наморт и Волоша, наморт и Волоша. Нет, Волоша нет. Андрей, ебаную. Андрей, 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 мне не нравится. Хочется. А Намор даже не проголосовал в Андрея. Обвинил его и не проголосовал. Ты нормальный вообще? Так, мне, короче, подбосрался. Надо под конец, наверное, кого-то успеть еще кикнуть, убить. Хотя сейчас... Собрал Emergency, видел, в принципе, Андрея, он открывал верхний кислород, включал сам. Может быть, для алиби, может быть, нет. Не видел на морда. Видел Кейка, Пауэрфляя, Кота вместе убегали и еще кого-то. Я вот на 74,2% уверен, что Андрей в этой игре мав. Короче, челы, Волоша просто, как обычно, несет рандомную херню. И вот сейчас, между прочим, он первый раз, когда начинает это делать достаточно пассивно. То он, значит, говорит, говорит, накидывает, накидывает что-то. А сейчас такой скромненький. Я думаю, вы видите. Так. Карп. Короче, понятно. Реально, мы там были втроем. Очень, скажем так, понятно, почему ты думаешь, что это я. Но подумай, что есть еще вариант, что кто-то там сидел. Или, может быть, вентиляция и так далее и тому подобное. Где был Намор? Я? Мне не нравится Намор. Карп подозревал тебя? Карп? Да, в смысле? Да, да. Андрей, так, смотрите, ты ребята. А Кекс, ты чего? Привет. Ну, мне показалось, что он видел тебя и меня сказал. Он не сказал, что ты трейдер. Да, я сейчас не говорил. Немножко... Как бы Андрей... Да, это прошлая речь его. Все к этому идет. Постоянно. Да, слушай, я... Да вы накинулись! Короче, трейдер, похоже, гений какой-то, Андрей, потому что он меня очень сильно подставил сейчас. Я скипаю, короче, потому что Андрей все время потратил, чтобы оправдать себя, хотя мы должны найти трейдеров. Да, давай. Запомнили Андрюху, так, если что. Андрей собирал собрание, правильно понимаю? Первый раунд, вспомните, вот, Кирилл, ты не слышал? Там был звук убийства, на самом деле, это флешку убили. Вот чел, кто-то убил. Я не слышал, честно. А он был. И вот я пытаюсь понять, кто это был, кого там не было в итоге. Мы там втроём были, присмотритесь. Не было... Кого-то не было, короче. То ли Валька, то ли на морду. Да, надо кого-то убивать срочно кого-то. Ну, я типа хотя бы валю в на морду, поэтому меньше подозрений будет. Розовый хуёв литруп в самой правой, короче, в капитанской рубке. Никого особо не видел весь раунд, но, откровенно говоря, я немножко за ФКшник на дверь звонили, поэтому никакой вообще инфы не могу предоставить. Вот, на этом, наверное,
Все. Ярик, а что ты так танцевал? Ты мне скажи, ты меня ждал напрягал тебя немного. В смысле? Ждал, ну хотел бы я тебя убить, я бы тебя убил. А, ты, ты понял, чел? Я, короче, как за монитором сижу, убираю монитор, и ты передо мной, как Хитман, блин, я испугался. Я понял. Я, наоборот, тебя ждал, чтобы мы вместе пошли, ну, типа, потому что я тебе верю. Вот. Короче, я там видел справа, если... Вот я оттуда убегал не так давно. Пробегал там мимо, чинил щиты. Я видел там Дреда. Спасибо большое. Ну это пофиксили уже. И кого-то еще. Я тоже там бегал. Я с Андреем бегал. Андрей не убивал, он бы не успел. То есть, либо Пауэрфляй, либо Волоша могли... Тихо-тихо, это Намар, да, говорит? Нет, ребята, ну, говорил, Карп вот говорит. А, Карп? Сейчас Карп. Намар первый говорил сам. Карп, да. Вот, помните первый раунд, когда Андрей сказал, это Намар и Волоша? Да какая должна быть реакция у Красного? Должен кинуть руку в Андрюху. Намар руку в Андрюху не поставил. У меня есть подозрение, что это легендарная двоица. Ну, типа, он говорит, что ему позвонили, но я, ну, как бы я не знаю, как к этому относиться. Типа, Карп, так... ты вначале вспомни, не забывай, что Снеговик бегал с Андрюхой, ты сам сказал, а потом Снеговик 100. Ну, чел, а Powerfly? А чё Powerfly? 20 секунд. Всё нормально, сквостики делаю. Понял. Валёк что-то в тильте, он хочет, чтобы корабль упал, неважно, за кого он играет. Я ещё с прошлой игры понял. Я Кекс оправдал в самом начале, о чём. Ну, вообще, да, я с Кексом втроём... Короче, я скипаю, но вообще-то уже время... Ну, скоро критика будет, да. Эть, короче, проблема в том, что там не так много надо задач. Волоша килл. Корабль починить, по-моему. Волоша, если что, да, просто докопался до истины. Слушаем вас. Или чё? Умер Волоша, я могу... Блин, ну, он собрал на морты. Да-да-да, это я мутился. Нашёл Волоша, короче, между... Как это там? Щитовидкой и мусоркой. А между моей щитовидкой. Мусорка это что, центральная, которая комната? Да-да-да-да-да, ну там, где после выбрасывают внизу. Видел только Карпа. Относительно неподалеку, но это такое... Да, Карп бежал, Карп от реактора бежал именно в ту сторону, когда я его последний раз видел. Нет, стоп, можно я сейчас, я Карпа готов оправдать. Я заходил, соответственно, на камеры, он... Ну, короче, Карп все время был рядом со мной очень близко. Если он где-то щитовидка и мусорка, но там он вряд ли был. Он потом был, убежал, мы были троем, он потом вниз побежал как раз-таки из камер. Подтверждаю. Вот. Я его очень давно вижу сверху везде, и это значит труп нашли, ну он убил миллиард лет назад, разве что. Смотрите, нет, а это ты было... где же сам-то был? В камерах? Мы все время на это тратим, чуваки, у нас времени мало. Не тратьте, короче, смотрите, на меня не тратьте, я был, действительно бежал в щитовидке, и я видел в последнюю секунду Волошу, и видел, как Кекс убегал тут. То есть не видел, всех видел, кроме Пауэрфляя и Наморда. То есть Пауэрфляй отмалчивается, Наморд репортнул, второй труп уже. Ну как бы... Я, если что, ну короче, для меня Валёк, я и Кирилл мирные, Карпу я верю в этой ситуации. Андрей точно не мог убить, потому что Андрей я все время видел. Давай Наморда тогда. Ну, как я могу сказать, что Карпа я видел точно, причем не сказать, чтобы в отдаленной части экрана, и то, что он говорит, что он меня не видел, это прям супер сомнительная инфа. Давайте в Наморда. Короче, да. Изначально у меня подозрения были на Наморда, я сейчас в него вкидываю. Вылетел. А я говорю, у меня просто дисконнект. Ну, типа, два трейдера мы по-любому должны.
Слушай, я хочу как-то кексы подставить. А карп и пауэрфлай бегают вместе исключительно. Пауэрфлай. Пауэрфлай убил кекса при мне только что. Нас закрыли втроем вентиляцией, и он просто убил. Ну, типа, я тут ничего сделать не могу, типа. Я тоже ничего не могу сделать. Я... Карп, я... У тебя были очень сильные против меня доводы, но я тебе говорю, это просто был рандом. Какой-то чел там был, кого-то убил, значит, и уехал. Не знаю куда, в медицинскую комнату, на морд, например. Там сидел, убил, уехал. Это первый, кого мы кикнули. Пауэрфлай просто сидел, отмалчивался всю игру и убивал людей. У меня все. Хорошо, Андрей. А Пауэрфлай, можешь поговорить чуть побольше? Просто мне тяжело. Ну, у меня никакой инфы до этого момента не было. Я просто бегал, делал квесты, видел постоянно Кейка, вот. Про Волошу видел. Типа, как вот сейчас? Ну, как Андрей тебе... закрыл нас троих в комнате, убил кекса и валит на меня. Понял. Ну вы друг друга. Ну, то есть, если, ну конечно. Если здесь без пристрастий, ну то есть, ну тебе самому оперировать информацией. То есть Кекс еще в первом раунде сказал, что я был вообще в другом конце карты, когда там от киллов, да? Два килла были сделаны в левой части карты, ну, я и находился. Поэтому ты убил его последним, потому что он типа с тобой до конца был. Согласен. Я... У тебя возникла ситуация, типа, и ты убил. Но сложно делать киллы, если постоянно бегаешь с человеком, который тебе верит и смотрит все время за тобой. Кого-то убивать невозможно, а я бегал с кексом очень много. Ладно, ребят, ну я тут чуть-чуть на угадайке, но я по первым тогда своим ощущениям, которые просто были у меня в дреды, кидаю, сори. Ну, хорош! Там, да. Умничка. Не, на самом деле, второй раунд, когда Андрей просто минуту себя оправдывал, хотя там особо не это, я думаю, что такое происходит? Да я очень, я накосял, я ошибся, да, это была ошибка. На Морта и Андрюха, да. Так, а, блин, ну не, ну типа... А чё, покикало людей много ли? А, да, что-то все лагает, меня вообще дропнуло. Но это нелегитимно, меня дропнуло за Грэм, мы бы не проиграли. Ну, это нелегитимно, а мы бы не проиграли, это нелегитимно, конечно. У меня на тебя, если что, планы большие были очень. Я думал, ты тебя под свой крыло взять. Я бы Валька не так, сдал. Так, и кто последний? Так, да, короче, я на самом деле, я хотел... Я хотел кильнуть Пауэрфлая и сказать, что это кекс. Но там, как это сделать, непонятно совершенно. В итоге кекса случайно убил, там стрейф был не туда просто. Ой, Украина. Потому что Пауэрфлай-то... Пауэрфлай был очень красный, типа. Он... Андрюх, не знаю. Так, типа, последний не зашел? Ты Пауэрфлай не смог переговорить, а кекс... На морду не зашел. Я бы... Ну, типа, Пауэрфлай очень сложно переговорить сейчас, потому что он в тильте сидит, ничего не говорит, и типа у него... У него ноль вероятности ошибиться. Ноль вероятности. Потому что он как бы ничего не говорит, он такой, ну, блин, ну красный цвет, это красный цвет. И ты такой, блять, ну да, вообще, типа, я верю. Надеюсь, все поняли, что я имею в виду. Спасибо за 7 месяцев, Stormyou. Спасибо большое. Хам какой на донатере. Но деньги я возьму, разумеется. Хотел красиво разыграть, и обосрался. Классика. Ребят, бежал чинить верхний кислород, нашел труп на морду. Типа никого рядом не было. Где ты нашел? Где? Ну, где, ну, короче, бежал через столовую, получается, через кафетерий, там, где пушки стреляют. Нашел трупешник. И что, навстречу тебе никто не бежал? Не, никого не было. Может, интересно. По низу кто-то бежал, потому что я бежал поверх. Ну, типа, если это не Волоша, значит, это карп, получается, который единственный был. Кислород я стою чинить кислород. Из рук типа кислород. Я был в медотеке, этот квест на пробирке, оттуда выбежал, когда типа, ну, эта херня началась, что там минуту надо ждать.
А где вообще все были, типа? Все в правой части карты. Мы карты, справа были на все, поэтому и странно. На нижнем кислороде только кекс был, когда я зашел в комнату. Я вообще был в этом электрочистовой щитовидке. Я был хуёплен на верхнем кислороде стоит. Я забежал вообще в щитовидку в конце. Я забежал в щитовидку. Если вы там все справа были, кто к вам сверху забегал, кто-то может в кучу убить? Смотрите, был я, флешка и хуёпли всегда. Вот. Да. И когда я прибежал чинить кислород, я первый из нашей троицы прибежал, кто-то с нами еще был там, правда, один. Я был, я зашел и убежал сразу. И это был... Ну, кто чинил сейчас кислород? Я же не путаю, что это был Карп. Правильно, Карп? Карп был... Нет, Карп не чинил. Флешка, ты меня видел, я был в командирской жопкой. В смысле, а кто чинил? Блядь, ну кто-то чинил кислород, короче, ладно, я понял. Я знаю чувака, который убил, но я забыл, кто это, ГГ проиграли. Поехали. Я был... Я не короче, подходил. Это Карп, он обманывает, нет, что он не чинил. Я не обманываю никого. Обманывает. Никогда? Был... Ну, иногда, но не сейчас. Короче, этот Карп, он... Справа не было никакого Карпа, там был хуёк какой-то. Можете подглядывать за мной. Я за скип тут, но Карпа на прицеле надо держать. Ну, конечно, Карп покакал, это правда. Понимаю, ребят. Ну, или Волоша, который труп нашел, потому что... Ты рофли, что ли? Убил и зарепортил, да? Блин, мало общения. А что, нельзя так? На Мордора сделал. Просто, ну, это совсем тупо, по-моему. Правил не знаю просто. Он тебя видел, ты его... Не, ну, фишка в том, что тут... Ну, короче... В зависимости от положения, он мог видеть мой ник, но не видеть меня, если он находится сверху, а я снизу. Так, коммуникации... Не Карп. Слушайте, у меня просто появилась кнопка зарепортить. Я нажал ее сразу. Я потому что человек простой. Это не Кекс и не кто-то еще, потому что мы только что вот сюда вместе забегали, там уже. Годя, где этот труп наш? Я по-моему видел. Ну, судя по всему, на коммуникации. Но я говорю, я не видел труп, у меня просто была кнопка зарепортить, а я, как добропорядочный гражданин, сразу же воспользовался ситуацией, что меня очень окрасняет сильно. Да, это где было? Я скажу, что тебя очернять немного. Мы сейчас стояли все, там, все почти стояли, вот чинили эту херню, короче, emergency. И прямо этот куча, такой упал один трупешник, я забежал в комнату. И все стали стоять, только один Андрей побежал наверх. А я потому что починил. Я потому что первый пришел, я ремонтировал, я настроил радиоволны. И все. Так, что убил больше, все стояли в куче. Ой, короче, ты чел, ты сейчас понимаешь, что ты гонишь на самого красного игрока здесь, понимаешь? Я забежал в комнату вместе с кем-то. Короче, мне кажется, это не снеговик, он просто тронулся умом. По скайпу говорят люди, которые молчали. Можно я спрошу это, Кирилл, а ты сейчас в комнате, ты с кем был, ты видел? Я в этот был в административный, не помню с кем, честно. Я типа сделал. Ты был с кем или один был? Кто-то был со мной рядом. Мне показалось, что вопли просто сначала, как будто он вылез из этой вентиляции. Кекс, кекс, смотри, мы с тобой вдвоем, влево. Снеговник, да. Забегали, а справа кто забегал еще один. Я когда забежал, я сначала вниз посмотрел, там толпа огромная была. Да, нет, а мы вот забегал. Я еще. Я забежал, увидел, как Андрей отбегает от кучи, из которой выпал труп. А, всё. Я очень подозреваю Андрея. Я даже так... типа... Я понял. То есть все, типа, заняты делом были, там, чинили, а он в этот момент... Хочу отметить, короче, что это очень дерзкое убийство. Кто-то просто убил в кучу людей, не знаю. Самый дерзкий Андрей. Ублюдок. Да. Да. Теперь Андрей под прицелом, получается. Ну, я скипаю пока. Я не знаю. Ну, Андрей, да, Андрей под жестким прицелом. Я потом расскажу, если выживу, конечно. Ты, конечно, сказал то, что... Мне это хватило. Ну, времени маловато просто порой. Этот кот подсосался, короче. Понятно. Ой, сейчас они такой етащего я сейчас устрою. Цеп залепа. Под жестким прицелом я. Сейчас, блядь. Мой Лукас. Спасибо, нет за что. Так, вопли нормальный мужик, если что. Тут кот мне не нравится. Снеговник, но он так, он просто затупил. Это, возможно, кекс и кот. Возможно, кекс и кот. Угу.
Решил собрать просто проверочное. А и не вроде не зря, кто-то погиб. Не зря. Кекс. Да. Кто видел Кекса? Куда он шел со старта? Вниз мы шли с ним, я шел в электрочитовую. Так. Он зашел в электрочитовую, я побежал в реактор чинить. У меня квест на реакторе был. Со снеговиком мы сразу были, получается, с правой стороны. Да, и кот. Да, и есть. Потом кот с Андрюхой прибежали. Андрюха не видел. Сверх... Нет, там... Почему Андрюха, по-моему, с котом сверху откуда-то побежали со стороны гипстерия. Ладно, у меня вопрос возник. А можно, да, вот где флешка был все, всегда вообще? Флешка со мной был рядом, снизу. Он не прям со мной, но я от него отошел сейчас квест сделать в кафетерии, но он был в центре. А, я тебя что-то не видел. Я, если честно, что-то забыл, где я вначале был. Вначале стоял. Я с Андрюхой был в этом в административке, а потом я побежал в электрорум. Вот, а ты побежал. Я видел последний раз Андрея в административке, включился Oxygen, я увидел там трех челов. Просто Валаш говорит, что Андрей двигался с местами, а я видел вас двоих. Нет, я говорю, что Андрей прибежал потом с котом, они прибежали со стороны кафетерия сверху, ну, типа, где пушки вниз. Валоша, где ты был? Где ты был, Валоша? Мы со снеговиком были у кислорода, типа, когда вот эта тема началась. Короче, мне кажется, это Волоша, чела. Они пошли вниз влево, рядом с электрощитовой, где-то убили Кекса, снеговик. Чего? Что-то там смотрел, я наблюдал. Волоша толком не сказал, что происходило. Спасибо. Я сомневался, Андрей, спасибо. Что, я трейтер? Ты шо, обезумел, снеговик. Что ли? Короче, снеговик это тоже я чел очень что-то странный. Нет. Я Волоша. Мы со снеговиком все время тусовали, нас там вообще не было. Надо сейчас еще голосование собирать однозначно. Божечки. Да, мне кажется. А, Андрей, ты скипнул. Божечки. Так можно было скипать еще. Еще можно было скипать. Зачем сейчас голосовать было, если нас было 7 человек еще? Так, ладно. Ну что получается, кто трейтеры? Сейчас узнаем. Блин, я понял то, что я первый раз призраком летаю и могу посмотреть хотя бы, кто трейдер. Мне кажется, что это Волоша тогда. Ну и снеговик, значит. Ну просто или снеговик заруинил просто как тварь все, прям пиздец. Вот. Или он просто начал гнать изначально в меня почему-то. И это сработало. Нет, он заруинил просто все, потому что он убил бы кота уже давно. Powerfly, какой ты ёбарь, я, блядь, вообще АПК в Ну, ага. Я Андрюха заруинил, брать, не проголосовал. Короче, Андрюха заруинил. Чела, но я не голосовал Волошу, потому что, блядь, нас 7 человек еще и 2 трейтера. Не обязательно сейчас кого-то убивать. Можно пустить следующий раунд просто разговоров. Типа, зачем? Надо побольше времени сделать. И, короче, этот снеговник, блядь, это... Это просто жесть, он как на меня накинулся вначале, двумя ногами начал душить, блядь, вижу комнату, пять человек и продолжил. Типа, мне очень много интеллектуального ресурса потребовалось, чтобы рассмотреть в нем не трейтера. Увидел Волошу, а уже поздно было. Ладно, не важно. А этот ресурс вернется когда-нибудь, или он такой невозобновляемый? Нельзя смеяться, когда... Нельзя. Невозобновляемый ресурс? Так мне и надо. А кто это был? Почему не видишь, кто это был? Это самое опасное место. Ах ты ж, сука, снеговник клятый. Блин, ну конечно, выключил свет, убил человека. Понятно, дело, что тут. Ебать. Короче, нашел тут флешки в... Как это? Короче, у тебя правый Oxygen, правее, типа, вот между носом корабля и Oxygen труп флешки. Никого не видел вообще. Я видел много людей слева, снизу. Кто-то двое, по-моему, Валёк с кем-то стояли в этой админке. Справа вообще никого не видел. Понятно. А кто свет чинил слева? Я починил свет. Ну, вниз чинил. А кто еще? Не я.
Ты стоял, еще кто-то был. Там много народу было. У нас было четверо. Я, Кекс, Карп и кто-то еще. И еще кто-то был. Я, кстати, думаю, что мирный Кекс, потому что я забил, короче, хуй на свет чинить. Я стоял, эти данные передавал. Кекс пришел, так на меня посмотрел, мог кончить, и потом тоже начал данные передавать. Подождите, Снеговик зарепортил флешку, да, сверху справа нашел? Да. Короче, смотрите, в чем дело? Как появилось у нас три трупа? Я вам объясняю. В начале игры кто-то, подозрительное лицо, убегает наверх направо вместе с флешкой, скорее всего, вдвоем. Убивает флешку, делает круг, либо справа вниз на, и налево, либо разворачивается сразу и налево. Включается свет. Спасибо большое, интеллектуальный ресурс, я ждал тебя уже 14 лет. Все, ну тогда теперь продолжаем играть. Потом убрал кнопку, смотрю, много народу, убежал. И тут же еще бах, и прям по КД кила еще два трупа. То есть вот в этой толпе было 2-3 мирных, 2 убийцы. Можешь повторить, кто был на свете? 4 человека и меня. Ты, я Кар... и хотел узнать, потому что там просто толпа была. Поэтому я спросил сначала. Ну, Карп точно был. Я знал трех. Кекс, Карп точно стояли сначала. Еще Тим кто-то один, я подбежал четвертым. Там не было меня и Валька, если что. Так на... И флешки не было. Флешка квест на метеорит делал, я хотел с ним в дёсна играть, но его убили. Надо сказать, что я был рядом с вами, и, по-моему, за мной еще бегал, я не знаю, может быть ли такое, что за мной бегал Карп, потому что, мне кажется, красный за мной ходил, чувак. Нет. Я собственно, тоже был сверху справа, причем прям со старта игры. Ярик, извините, перебью сейчас время, Малосас. Ярик, ты Волошу видел где-то, когда ты справа бежал вниз? Я вообще никого не видел, кроме тебя, когда свет выключили, я тебя увидел краем текстуры оранжевой, запомнил, что видел. Короче, я подозреваю, короче, у нас среди Намурт, Карп, Волоша... Возможно, два трейдера среди них троих. Я скипаю. Мне инфа кипит, на самом деле, скажешь, на данный момент. Среди них, они вдвоем убили, кто-то там вдвоем убили в этом, в электрошитовой. Или это был Кей? Гондон, хлебал, закрой. Извините. Бесконечное задание просто. Нашел труп в камерах, это труп на морда. Кто убегал сейчас куда-то вниз, бежал вот с камер, скорее всего, потому что наверху я никого не видел, либо залез в вентиляцию, либо вниз кто-то бежал, кто там кого встретил. Ну, это где-то электрощитовой и тому подобное. Короче, это Волоша с кем-то, получается. Я бежал с котом, он сбил Кекса. Вы меня а откуда ты бежал, Карп? Ну, в смысле, я с тобой же пробегал. Не всегда сейчас. Ты был со мной. Ну да, я делал квест, он... Так я спрашиваю, откуда ты пробежал? Ну снизу, справа, снизу мы бежали только что ж втроем. Ну, Кекс остался, мы с тобой побежали сделать квесты здесь. Кекс? Короче, кто вот сейчас был внизу и прибежал сверху, тот мав. Кто это был? Вопрос такой. Мы снизу. Наверное, возможно, Карп, возможно, Карп, да. Но он пришел, ты пришел слева к нам. Ты же пришел. Ну да, слева, Карп, да, сверху, слева. Справа, внизу. Сверху, внизу. Типа, вот... левой части. Я Кирилл, я же не, ну, у меня же мозг не лагает, мы с тобой вместе были, Карп, откуда ты слева побежал, я поэтому и спрашиваю. Мне тоже показал, да, мы были с Powerfly'ем прям весь раунд вместе. Подбежал, и Кирилл я мы видел. Мы спустились тоже ниже и уже там встретили Карпа, чуть ниже мы прибежали. Так, Карп бежал слева. Подозрение Карп, Волоша, я, да? Да, получается. Да, самое чёткое. Волоша, ты говоришь снизу. Короче, с камер, если побежать вниз, вот где потом двигатели вот эти, кто оттуда вот побежал, кого вы там первого встретили, тот мав. А кто, значит, Карп мав. А сам Волоша, чё? Я нашел труп еще раз с камерной. Ты в прошлой игре его нашел и оказался трейдером. Не мешает репорт. Еще раз, короче, изначально мой путь. Выбежал из этой командирской хрени, где чинить кислород. Передо мной закрыли двери прямо перед ебальником. Я думаю, ну ладно, не буду стоять пока ждать, пока не откроется. Побегу через верх. Заглянул в метатек, на всякий случай чек. А побежал с метатека в ебучую, да, камерную. Да. Там двери перед ебальником у меня закрылись. А сверху открылись, да? Или как? Нет, я...
Короче, блядь, пизду, я говорю, как есть. Я голосую Волошу, ребят. Короче, кто снизу, сам в избе, слева, встретили, тот мав. Голосую Волошу, потому что он быдло. Я тоже не мог пройти, там были двери закрыты в бензак, поэтому я и пошел чуть-чуть. Кому? Почему ты только сейчас об этом сказал? Да потому что я забыл, что там двери закрывались. Ну, это плохо. Ну, сори. Если меня, то потом Волошу убирать. Блин, на самом деле, конечно, ну, мой косяк то, что я прям так далеко был один в самой опасной части карты, когда не было света. И в итоге снеговика даже не унюхали, то есть они играют девятером, можно сказать. Я допустил ошибку. Да-да, это бывает, бывает. Интеллектуальный игрок тоже допускает ошибки иногда. Но тогда я еще, мой интеллектуальный ресурс не вернулся мне через донат. Тогда я еще допускал такие глупые ошибки. Сейчас, конечно, ну, разумеется, такого не повторится уже. Америку, 80 лет. Спасибо вам большое. Добрый вечер, добрый вечер. Добрый вечер. Так, ультиматум, спасибо тебе тоже большое. По идее, убийство на кулдаун уже прошло. Если было бы два мафа, они бы уже бы победили. Ну, даже там один бы просто любого. Он сейчас знает, что их двое. Нас осталось пять. Все, это вин. Значит, Карп был трейдером. Значит, я не маф, который собрал руки в карпа. У меня голосовали Паруфля и Карп. Ну и Снеговик там, по-моему, голос скипнул. Я скипнул. То есть Снеговикот мирный. То есть маф между Снеговиком и Паруфляем. Я предлагал бы сейчас просто по парам поделиться и все. Я почему-то тоже уверен, что Карп маф. Ну потому что кулдаун убийство прошел, трейдер знает, что осталось 5 человек, там один любого чикает, все, 2 в 2. Поэтому карп. Да, один килл им нужен был всего. Соответственно, кот и кекс, который... 80 рекорд ли... Ну, возможно, да, возможно, 2. Есть еще, возможно, где-то на стриме летает призрак Хейтми. Вот, но я давно уже не видел его, мне кажется, он уже все не продлевает. Было сомнительно между тобой и... карпами. Я скипнул, я до конца не знал, в кого пойдет голоса. Так поэтому... что да, Америку с юбилейчиком у нас. Ну, смотри, ну тебя. Всего, там... Смотри, кекс и кот считают друг друга красными. Это... Там, если кот мав с карпом, юбилей того, как ты плачешь мне, да? Пиздец, получается. Типа, там их все послушают. Не знаю, я бы не касался 100%. Я бы сейчас никого не убирал. Можно спросить у тебя, что ты самый первый раунд делал? И тогда все решится. Ебать, ты шо, блядь, сгонишь, что я там... вспомнить. Ну хотя бы где ты был, там левая часть, верхняя, правая, нижняя, слева, справа. Я ни разу не забегал в щитовую в первом раунде. Находился изначально справа. Щитовая. Пару раз забегал на камеру, никого не было. Все. Ну, кстати, когда там убийцы выбирали щитовой, были камеры, разу это в двух разных точках карты. А как блять, ты вспоминаешь, что было 400 баксов назад, на Америку, спасибо ты, большое тебе. Ну, нет, короче, ты говоришь, ты был справа, а флешка тоже был справа, и он умер как бы справа. Я так да, полагаю. Да, это правда. А зачем инфа, что ты не был щитовой? Потому что вы говорили, что кто был щитовой, те и убивали. Я ни разу не был щитовой. Типа за первый раунд. Ты в первом раунде я отрицал. Блять, я бы сейчас бы, если бы карта был мирный, ой, тут Волоша. Вот и выиграл бы 2 в 2. Вот я кик Волошу. Рофлите? Я скипаю, но как бы нам надо парами ходить просто. Вот и кик Волоша. Ты чё, блять? Ну, надо держать себя в руках. Если ты срываешься, то тебе не надо играть в игры типа мафии. Я не срывался сейчас. А, да я попутал тогда, извиняюсь дико. Мне просто показалось, то, что ты через два слова уже матное говоришь и орешь, блядь, на всех. Но, видимо, показалось, все, сори, молчу. Показалось. Рандом. Хлебар, закрой. Блин, это вот самая мучительная процедура. Из папки в папку. Так, а сейчас это кого убили здесь? А, ну, тут, в принципе... Ну, короче, это знаменитая ситуация. Волоша третий маф. Из-за того, что он орёт. Мне кажется, он просто мешает людям думать.
Обнаружен труп. Опачки. Здрасте. Приветики. Это получается, кто-то умер-то. И Кирилл, и Валёк, при том, что Кирилл я только что видел. Ярослав, мы только что с тобой разминулись. Да. Так что это снеговик. Блин, так, ну... Ты, может, конечно, забежал, убил Кекса, если вы разминулись. Там я побежал на движок, потом побежал наверх. Да, по факту тяжело. Я выгнал карпа, когда... Я понимаю, да, его. Но это могла бы быть хорошая игра от тебя, такая максимально. Ну не, я не так хорош. Короче, подозрений в Фалше, по-моему, было достаточно. Дред, тебе не говорили, что ты токсичный? Я когда нашел... Но сейчас я целенаправленно был токсичный, чтобы немножко охладить Волошу. Я именно добился инфы, кого вы встретили, когда... А вообще, да, мне говорили. Я добился этой инфы. Я бы на маме... Ну, я считаю, это неправда. Я очень не токсичный. Никого не видел. Хз, кто это? Я, наоборот, я катализатор радости и веселья. Какая токсичность, о чем вообще речь? Давайте так, я, во-первых, ну, немного доверяю тому, что Волоша говорит, ну, плюс-минус, типа, это реально нас было не так, ну, короче, ему сливать своего, но это, может, даже не так важно, важнее то, что Волошу я в этом раунде хотя бы видел, и, как бы, а вот два человека умерло, а Снеговика не видел вообще ни секунды, и, соответственно, ну... Тут можно. Ты его, он стал бегал, или ты его видел, Ярик, здесь? Ну, я его видел хоть когда-то, понимаешь, а умерло два чела. Вот помнишь, как подозрение было в Волошу? И сколько я рассказывал инфы полезные закатки. И хотя вот бы ты это, успеешь мне за секунд 30 рассказать, где ты был в этом раунде? В этом раунде я побежал наверх, делать, значит, с ковальком делать квест. А потом наверх, мы. Да. Ну, получается, наверх в сторону меда. Ага. От меда мы побежал Валёк направо, я побежал на реактор чинить его, прибежал к вам. Мы его починили. Потом я вернулся наверх, по сторону Валька пошел искать его. Там я его не нашел. То есть, потому что вы определились по парам, ты побежал где-то с Волошей и с Хексом, я побежал наверх к Вальку, потому что мы решили ходить вместе. Все. Ага. Ладно, голосую в Снеговика. Возможно, заруинил. Не, хорош. Блин, я у меня... Мы же втроем бежали, я думал, вы хоть проверите, блин. Я тоже думал, что... Как вообще тут... Ой, блин, у меня что-то инфаркт не случилось. Мы же бежали втроем, вы что, меня кинули? Да, я что-то начал чинить, темно же, я хоп, у тебя уже нет. И я уже с Волошей бегу. А меня просто снеговник трахнул в темноте, и я все, типа, никто уже... Все забыли про меня просто. Короче, влево ходить — это суицид, вот в левую часть. Там самые долгие квесты... Я справа был один из двух, первый, ничего страшного. Ладно, дайте, окей. Я в очереди, пока ты у меня, кстати, баг был. Мне показалось, что у меня флешку убила, а убил не флешка, снеговик. Черненький. Нормально. А у меня тоже был такой, мне показалось, что меня синий убивает, а потом оказалось, что это не синий, оказывается. Да, вот знаете, такие есть баги. Секунд 8 занимает эта хрень. Это очень много. А, типа, я так подозреваю, считается как быстрый квест, но, блин, хрен там плавал. О, слушайте, ой, два аж трупа. Короче, выключили свет, как обычно, трупы, как обычно, я не видел где, просто вот в районе от коммуникационки до отсека центрального грузового, значит, у меня была кнопочка репорт, что говорит о том, что я красный, что говорит о том, что кто-то, соответственно, на пути к починке света убил кого-то. Кстати говоря, предлагаю на рассмотрение еще вариант с игрой без отключения света. У меня все, спасибо большое. Ты вообще никого не увидел? А, собственно, я на самом деле... Это сейчас ты, да, зарепортил, вероятно, я правильно понимаю? А, да, абсолютно верно. Дело в том, что прям вот в секунду-секунду я увидел труп Кейка возле проводочков вот на входе в нижнюю вот в эту комнату. Но я, видимо, зарепортил хуёбли, потому что у меня было, типа, на входе в грузовую. А не в щитовую, не в щитовидку. Понятно. Не, речь не про щитовидку, речь про комнату с канистрой, там, где... Да, ну, да, на входе. Ладно, давайте другие поговорят ещё. Хотя это тоже увидят.
А можно вопрос к Намордову? Намор, ты прям наступил на труп Кейка, правильно я понимаю? Угу, угу. Ага, понятно. Хорошо. Ну, я видел Дреда, он тоже меня видел, наверное. Опа! Смотри, а Намор, а ты откуда к трупу выбежал? Я сверху бежал. Так, Андрей? Сверху? Блин, плохо. Давайте, пускай все скажут просто. Давайте, флешка, Powerfly, код. Я не хочу разговаривать. Хорошо, Powerfly. Ну, я стал с тобой вначале, сделал квест в кафетерии один. Ты побежал куда-то направо, я побежал налево делать квесты в медосеке у меня с пробирками. А код? Я ничего не знаю. Короче, Powerfly и Намурта трейдер скриньте. Нет, Волоша отмалчивается, очень не нравится Волоша. А мне кажется, Снеговник говорил что-то? Я только пытался узнать инфу. Я побежал в админку, выбежал с админки, побежал наверх на пушку. Волоша все еще молчит. Бутово. Ну, вы говорите. Мне, короче, отключили свет, мне просто стало похуй, я пошел в навигацию направлять наш корабль на верный путь. Я не кого я справа встретил сначала первым? Кинул Волошу голос. Снеговник — это довольно обидно, хочу сказать. Согласен. Извините, это не я, это чат. Это токсик, Андрей. Это не менее обидно. Зачните свет. Да все вместе чинили, сейчас я понял. Быстро убили, я поэтому решил проверить. Да, хорошо, я думаю, можно поговорить, в принципе. А что скипать, Волош? Что скипать? Да. Не хочешь? О чем хочешь поговорить, Андрюх? Ну, я хотел бы поговорить, например, насчет того, куда вот Powerfly так бежать пытался. Он как сначала в одно направление, потом в другое, как будто бы он вот не определился прям. Угу, угу, так. Валер, я думаю, Андрей мирный, потому что он опять занимается своим любимым. Флешка, а почему ты нас с Powerfly в прошлом раунде? Дай я отвечу, чтобы не было потом никаких просто вопросов. Просто потому что все остальные были вместе, а вы где-то непонятно где были, вас никто не видел. Смотри, Андрей, объясняю especially for you. Забегаю, еще не свет, бегу направо. Дверь перед сом закрываются, а потому что у меня квесты справа, я бегу направо. Логично, логично. А, да-да. Пока двери закрыты, я возвращаюсь назад, прочекать в щитовой, кто вообще, что происходит. Все. Хорошо. А кот, например, что кот делал? Как вообще? Как у тебя дела, кот? Вот ты говоришь, убейте меня. Может быть, ты просто фейкуешь? Может быть, ты же никогда не знаешь. Но я мирный человек, поэтому у меня дела хорошо, потому что я мирный и живой. Блин, ну, зная Ярика, я знаю, что он на 100% трейтер, но я не буду сейчас это говорить, чтобы просто не руинить ему игру. Пускай он поиграет. Но он трейтер, 100%. А тут, короче, какое дело? Ну, я такой появляюсь, пипец темно, бегу чинить свет. Ну, чиню свет, и там куча людей, и все живые. И я так рад, и такое ощущение, что и трейдеры-то закончились на корабле. Ну и все, а потом зачем-то чел собирает митинг и не дает мне поиграть. А я еще хочу напомнить, что Кирилла убили, а он стримит, ему скучно. А чел митинг собирает. Я в тильте, у меня все, скипот. Ярик, ну, мне нормально. Ярик, кстати, хочу сказать, что в Heavy Rain, если ты будешь персонажа, то он как Коннор не воздал. Какое Heavy Rain? О чем он вообще говорит? Вы понимаете, как он отводит от себя подозрения, этот Волоша? Да, Волоша, он вообще перестал говорить, что-то Андрей занимается своим любимым делом. А знаешь, какое твое любимое дело? На Андрея наговаривать что-то. Вот твое любимое дело. На Волошу прям. Прям жёстко. Знаешь, как сам скидал. Вообще весело. Так не убили, сам себя решил, да, ёбнуть? Осуждай нас. Сам себя. Так, ну хорошо. Надо следить за котом. Кто-то его подельник.
Блин, если меня сейчас карп убьет, это будет неприятненько. Так, надо собрать, поговорить немножко. Снеговик. Ух ты. А зачем закрыли кафетерий? Волоша, так ему и надо, блядь. Флешка только что при мне прыгнул в люк в камерах. Там кот не нашел. Трейтер. Карп, Карп, ты видел, я еще рядом с тобой бегал, да? Да, Карп. Да. Я забежал, короче, в камеры, а там снеговик на меня выбегает и бежит обратно, короче, это... Снеговик... Короче, это карп, тогда и флешка. Только что при мне флешка прыгнул в люк, и от тиммейта... Чуваки, я верю флешке. Спасибо большое, Андрей. Ты сам лучший. Забирайте потом флешку. Ну это очень похоже на снеговика просто, мне кажется, такой мув. Я назвал. Тело, дальше сами делайте. Блин, флешка, ну ты ж не мог быстро добежать, правильно? Да нет. Я там циферки нажимал, там 1-2. Да, я тоже нажимал. Вот я видел, да. Блин, у меня такие же насчет флешки. Давайте флешки карпом тогда. Я думаю, что карп его тиммейт просто не видит. Смотрите, на морд, начинает дефать снег. Да. Ты же в курсе. Смотрите, мирные, скиньте сейчас снеговика, обязательно. Обязательно. Не надо делить. Проиграем сейчас, если поделим. Ваша ошибка. Блин, ну не факт, что на морд тоже трейтер. Надо дальше квест выполнять, я считаю. А там трейтер проявится уже, по идее. Короче, можно просто квесты, мне кажется, делать. И быть в неведении. Я буду просто делать квесты, потому что все и так слишком просто понятно. Да как это... Кэшмаш мэ, ты 16, не знаю. Оп, и на чай, надеюсь, дадут. За заправку, хихи. Так, надо пообщаться, наверное, сейчас с ребятами. Как дела у всех? Квестики идут, выполняются, там никто же не сдох. Привет, ребят. Я хотел просто так собрать митинг в целом. Я так подозреваю, что у нас остался один трейтер. Не совсем понятно, кто это. Но и, честно говоря, не очень интересно, потому что осталось очень мало квестов. Я сделал это, чтобы они не успели предпринять какой-то мув сейчас. Поэтому предлагаю просто скипнуть голосование. Или же, если кому есть что сказать, пожалуйста. У меня достаточно много квестов, поэтому, если что, пожалуйста, со мной бегайте. Да, я понял. Да хера квестов. Мы с Карпом с начала раунда были вместе, короче. Да. Я, короче, отыгрываю до конца игры от того, что флешка и Карп мирные, если я в снеговика уже заголосовал. Но я не помню, короче, что я флешку голосовал. Там короче, два, нам... я голосовал. Вспомните флешку, просто про Наморда, то, что он начал в конце что-то пытаться засейвить, Да, это да. Очень была выгодная Андрюха, стратегия, а ты когда все уже проголосовали. Снеговикам. Только я и Валек, и при этом я пытаюсь начинать дефать, когда уже у чувака как бы есть все голоса. Я тоже предлагаю скипать, вообще смысла нет. У нас 5 человек, один трейдер, Да, мы просто бегаем вместе, двоечкой, троечкой, и все чики-брики. Главное сейчас не заруинить и не начать бегать в одиночку. Так, на Мортман Флай, Карпентер. Ну вот мы с Карпентером, с флешечкой такие, оп. Это плохо немного. Ладно, доделаю все-таки. Thank you.
Так, я надеюсь, тут невероятного предательства не случится. Так, на морд что-то пробегает. Powerfly. Упс, а это не там. А почему меня показывает здесь? Это такси ситуация, кстати. Подозрительно немного. Ну, можно нажать на всякий случай. Hello, guys. Опять я нажал, просто чтобы посмотреть, сдох ли кто-то. В целом, это последнее мое собрание, поэтому я надеюсь, что у вас все будет хорошо со здоровьем, что мы доживем до конца этот раунд, доделаем квестики. У меня осталось парочку. Один из них в щитовой. Очень боюсь туда идти один. Просто дал информацию вам. Всем спасибо. Флешка много у тебя еще? Ну, вроде не так много осталось у тебя еще. Ну, у меня есть парочка, но я тебя как бы бегаю. Я очень много с Вальком бегал, и у меня все еще очень много квестов. Подозрительно очень. Мне не нравится, что у тебя много квестов. Духи, пожалуйста, тоже призраки делайте. Если кто-то... Призраков не существует. Квест в локаторе. Плохо. Не понял, что он сказал. Так, и сейчас меня Powerfly, кажись, собрался убивать в этом самом. В в щитовидке моей. Да короче, он точно меня хочет убить. Ждет меня в щитовидке, блин, здрасте. Ну, флешка, ну пойдем. Эй, ладно. Блин, чуваки, ну это, походу, Андрюха, я хз. Мы бежали, короче, вместе, втроем. И было темно супер, я отдалился, соответственно, Карп с Андрюхой где-то сзади остались. Но уж, походу, Андрюха его кончил. Я не знаю, если бы мы были вместе все это время, то Андрюха трейдер. Вообще, это получается или флешка какой-то, вот это вот... Ну, короче, мне кажется, вряд ли флешка так руинит. Поэтому, скорее всего, трейтер он, но, в принципе, есть вероятность, что там мы можем никого не кикать, Андрюх, типа, понимаете? Андрюх, ну а как это произошло? Мы же вместе... Что, как это произошло? Там было такое маленькое очко. Почему ты утверждаешь, что я куда-то ушел? Мы бегали друг по другу, я, ты и Карп. Я убедился, что я пробежал всех вас и пошел корректор щитовой. Тут ты остановился, его убил. Но засорять мозг наших друзей этим я не хочу, потому что нам осталось сделать два квеста, в принципе. То есть, смотрите, два варианта. Если вы сомневаетесь в том, что флешка это маф, у нас есть возможность сейчас никого не выгонять. Но он сейчас вот эти вот мувов, он, ну, лично для меня, он 100% себя выставляет мафом, соответственно. Вот, поэтому, ребят, дело за вами. Или мы доделываем два квеста и бегаем против, вместе, держась за руки. Ты не против? Если ты не против, давайте все четвером сейчас пойдем делать квесты тогда. Все, я доделал флешку, все, я пофиг. Я тоже доделал. А я тогда не против доделать квесты. У меня чуть-чуть осталось, ребят. Powerfly, ты говори. Я голосую или флешку, или скипаю. Сделано, я бегаю, просто ищу. А мне казалось, то, что ты меня трахнуть просто хочешь. Но сейчас, если флешка оказался то, что он трейтер...
Чё? Значит, короче, я кидаю свой голос во флешку, просто потому что я уверен, что это он. И иду доделывать квест. Кто в Андрюху? А Намор ты меня проголосовал. Да, если да, видно, я в Андрюху. По флай, ну ты понял. Андрюха сначала сказал, что можно доделать квесты, а Намор в меня проголосовал. И он типа говорит, давайте, я типа голосую типа во флешку. Ну и что это такое? Короче, Warfly. Я реально уравнивай и поехали делать квесты. Подожди, я сейчас вообще такой, ты на Морт и Флешка проголосовали в Дреда, а Дред проголосовал в Флешку. Нет, не выровняй. Я во Флешку сразу. Кидай в меня тогда, кидай в меня 2-2 и доделываем квесты. Все, идеально. Блять, я не успел, галочку уже нажимал. Сори. Но мы все равно выиграли, так что ничего страшного. Опа. Бля. Эд, зачем флешка так заруинил? Какой же... Ну это какая? Он не сейчас успеет это сделать. Вы слышали аргумент по флешке? О, боже. Как так вообще? Флэш, ну что ты, зачем ты так заруинил? Да потому что ты... Да потому что в моих глазах это 100% трейтер. Когда мы все бежали вместе, ты мне врешь то, что ты меня не видел. Потому что мы друг перед другом мелькали так, когда было темно. Ты мне просто, понимаешь, врешь на 100%. С учетом того, что у меня другая информация. Красиво разыграл. Чел, там я тебя увидел только в конце, короче. Зачем? Зачем ты это сделал? Даже с того, что убили Карпа. Я говорю, я доджил Пауэрфлая, я был практически уверен, что он трейтер последний. Но ты потом вот это вот достаешь свой руиноган. Зачем ты меня проголосовал? В смысле? Ну потому что для меня типа это все. То есть меня Пауэрфлай очень сильно своим поведением привлек. Типа я думал, что это он на 80-90%. Потом ты откровенной лжи в тот момент, когда остается уже половина коробки, тот Андрюх. Флешка, которого я знаю, он не сделал бы так, понимаешь? Андрюх, я тебе сказал, давай скипнем, все, может я правда ты что-то там не увидел, а ты просто говоришь после этого, я вкидываю типа, в тебя. Ну, зачем? В отместку, я... да, в отместку. Ну, типа, а я говорю, потому что, типа, для меня что скип, что в тебя ну, голос, реально, это одно и то же. Потому что я уверен на 100%, что с такого мува ты трейтер, типа, иначе быть не может просто. Оставалось. Нет, это ну, так, а короче, именно поэтому у трейтера, типа, есть последний шанс, это вот какой-то такой балаган сделать. То, что ты мне соврал, будучи этими обычными гражданами, для меня, это, говорю, 100%. Там даже никакие подозрения от чела Валька не могут это все дело перекрыть. Ну, ты знаешь, как выглядел от меня? Мы бегали туда-сюда втроем, вот это вот мелькали, потом я побежал, как будто я был первее вас. Типа мы забежали в электрору, там что-то сделали, я бегу обратно, и там просто труп по карте лежит. Типа, там, где мы бежали. Я видел этот паровозик и чисто сзади пристроился. Да, Валек чисто сзади убил. Ну, как бы... Ля, вопрос, а где плюс чел? Бомба! Бомба на месте. Да не, вообще, Коля, ты здоров, но нормально. Мы чего торопимся, мы что обсуждаем? У меня фул. У меня фул. Еще раз. Я просто от игры отойти хочу еще. Мы так обсуждаем. Андрюха, мы пойдем на арену? Я буду хилить вас флешкой. Может быть. Ну вообще мы... поиграть. Сашка, ты просто постоянно заходи. Зашел. Или подражатель. Мы там сосать будем, там одни гладиаторы сейчас играют, если что. Ну можно тогда не сосать, можно в Warzed пойти поиграть, там не надо сосать. Как не надо сосать? Отстой тогда. Блин, мне кажется, квестов очень много. Короче, надо сдохнуть и заказать себе еды еще немножечко. Что вы думаете, ребят, по этому поводу? Начал писать другу, ты токсичная автозамена поставила ты дрэк. Друг, который тебя не знает, ответил сам ты токсик. Задумайся, Андрей, хуй токсичный. Слушай, ты, наверное, стрим просто перепутал. Ну, не может такого быть. Не может такого быть, раз я-то не токсичный. Это...
Ну, блин, не знаю. Привет, перепутал, наверное, что-то ты просто. Спасибо большое за донат. Расскажите, пожалуйста, кто где был просто так сначала. Не, расскажи, где труп нашел. Ну, я нашел труп, я бежал снизу, справа снизу. Я труп даже не видел, но у меня кнопка репорта появилась. Я нажал ее. Походу, это частая проблема. Может, настройка какая-то есть на состоянии репорта. Но, походу, в коммуникационной руме где-то труп был. Либо слева на складе, хз. Там. Я могу сказать, что странно. Снеговик долгое время был со мной. Я делал квест сначала в админке, потом пошел к проводочкам, которые сразу сниже, ниже. И Снеговик все это время бегал со мной. То есть я потом ушел налево к коту свет чинить, потому что я пришел, там кот чинил свет. А Снеговик где-то отстал. То есть он, скорее всего, где-то справа остался вот этой щитовидки Андрея. Ноль инфы, короче, скип. Важная информация, ребят, важная информация. Смотрите, Наморд сейчас пошутил. Это говорит нам о том, что он на расслабоне, что он на чиле, ребят. А что это значит, что он красный? Андрей трейдер, короче, походу. Вот. Смотрите, справа, Кекс, а ты куда побежал? Как... Все, вот, блядь, хорошо, на... кик меня, давайте. Я в трейдер, все, я блядь, я побежал, трейдер, все. Направо и вниз, там никого Андрей, не было. Ну, блин, прошлое заруинил, давай хоть... Я шучу, я не трейдер, я не трейдер, я не трейдер. Судя по тому, что сейчас он сказал, точно трейдер. Да я не трейдер, пожалуйста, поверьте мне. Ну, Андрея вообще убираем, ладно, да, а если серьезно, Снеговика-то кто-то видел еще, что, где, как был-то? Я просто слева бежал, реально на морду увидел, мы единственное, кто свет пришли чинить, поэтому я доверил себе, как бы, и ему доверяю, потому что, ну, типа, какой смысл идти чинить свет? Ну, я еще и жив остался при этом, что он мог меня убить, там же не видно нихера. Я не хожу чинить свет, только из тех соображений, что тебя там Я поэтому тоже не хожу, но в этот раз я думаю, ладно, хер с ним, я сейчас сдохну, буду чилить. Пришел, починил, никого там не было, кроме Наморда, я живой, Наморд, ну, типа, тоже чинил. Больше никого не видел весь раунд, фактически. Ну, кого-то сверху еще видел один раз в начале, если. На самом деле, я только, да, в начале кого-то видел, и все. Вопли, пожалуйста. Ой, ёпли, пожалуйста. Голосуй, ну. Кекс уже плохо. Мне кажется, он уснул. Вопли. Хуёпли. Убейте кекса. А вдруг кекс мав? Кстати, если его никто не убьет. Тошнина. Так, ну... Ну, эректор вряд ли смогут бить. Хотя сейчас кто-то развернется и меня убьет. Смотрите, 3, 2, 1. Ладно. Прям в капитарии по центру. Все, что могу сказать. Mm-hmm. А кто убил его? Просто признайтесь. Это сделал не я. Давайте признаемся, и мы дадим теплые вещи, когда скрабля услышим. Так, а кто, я не понял, там стрелы. Вопли, ты тут? Либо на морде, либо подряд. Кто на камерах из вас стоял? Я сейчас отойду на минутку, но я слева в медотсеке с кем-то там был. Ну, это со мной. Там кто-то стоял на камерах. Я стоял. Алло. Прием. Намор, ты? Да. Раз, да, это я. Все, понял. Получается, и... только флешку подозреваем, правильно? Или флешку вниз убежал? Я в конце тоже был на камерах. Если что. Кирилл, вот можно я тебе один вопрос задам, Кирилл? Да. Скажи честно, вот ответь мне честно, это ты или не ты? Нет, не я. Ну ладно, все, спасибо. Я ж вниз убежал. Если ты стоял на камерах, ты должен был видеть, что я вниз убежал, не наверх. Я видел, что ты убежал вниз от кафетерия, вот когда я стал на камеру, я видел, что ты убежал вниз от кафетерия, ты еще там постоял где-то в коридоре, и потом как-то странно перемещался по карте. Блин, там... Чел, там убить могли, в камерах не разбираешься. Да, но я как бы без...
претензий. Я просто вот единственный, кто у меня чуть-чуть вызывает. Чел, ты камеру неправильно смотришь. Я из реактора побежал вниз, а не из кафетерия. Там на самом деле это сбейте, короче. Могли убить, если ну, все не... забили, так забили. Очень жалко, конечно, но что поделаешь. Так подожди, Волоша, ты с вопли, да, был весь раунд или как? Нет, я в медстех забежал, и он ко мне забежал. Он забежал типа слева. А потом ты выбежал, и справа уже кот лежал, да? Да. Слушайте, а короче... Ой, извините, простите, пожалуйста. Но типа справа ли он лежал именно по центру? Кекс, а ты забыл, что мы с тобой вместе бежали вообще? Не, мы прибежали-то вместе, но в итоге там был кот и Волоша. Вниз я убежал один из реактора. Ну, я побежал на камеры, я видел, что там Карп еще остался. Но я не видел, что кто-то на камере, потому что зрение-то у меня плохое. Я, типа, посмотрел, кто есть, сделал квест, выбежал и побежал вниз. Я видел, что народ наверх убегал. Да, я вряд наверх убегали, у нас получается Волоша, Паверфлай отмалчивается. Ну, кафетерия очень далеко, на самом деле, так что хз. Кого-то не было на... На Full Range кто-то, да, пробежался и прям там убил, когда все отстали. Но половина молчит людей, как тут. Это не я. Так, это не я. Получается, два мирных есть уже. Так, два мирных есть. Шесть человек под вопросом еще. Не волнуйтесь, я спасу корабль. Powerfly улетел. Найс лаги, конечно. Хост меня выкинул. Не убивай. Так. Что? Мне показалось, что ли? Такое ощущение, что как будто он влез в дырочку. Надо сообщить. Грустные новости. Нашел трупик красного человека в нижнем двигателе. Прям вот посреди. Прям в двигателе он был? Не хочу. В нижнем центральном? Чего? В нижнем двигателе. Слева. Подожди, на морд. А когда ты его нашел? Ты же вот ты из, из щитовидки моей вышел направо, и там мертвый человек, да? Налево. Налево, все, слева. Понял. Короче, ну слушайте. Сейчас, подожди, а как это произошло, Андрей? Мы были все вместе тут, вчетвером, дред на морд поверфляй, и типа. Тебе не кажется, Андрей, это подозрительно? Мы же тут все вместе были. Ты знаешь что? Мне на самом деле, вот, Кекс, ты, конечно, сейчас пытаешься меня как-то вот на свою сторону примкнуть, но. Я спрашиваю. На свою. Подожди. Наморт, мне кажется, добрый. Он просто нашел труп, с ним ничего не это самое. Но мне показалось, что я увидел в этой кромежной тьме, заметил, как кто-то запрыгивал в люк. А мы были только Наморт, Кекс и я, соответственно. Смог бы Наморт придумать такой коварный вероломный план убийства? Я не знаю. Но, возможно, это тот же... Кирилл, слушайте, из щитовидки моей налево можно в этот в маленький отсек с люком прыгнуть же, правильно? По-моему, нет, по-моему, только в мониторинговую. Тогда. Короче, тогда, ребят, я не трейтер, если что, я просто подобосрался немного. Я думал, что это, возможно, Кекс прыгнул налево и обратно, но... Фантастическая речь, особенно учитывая то, что я в конце рядом с Андреем стоял, да. Все время танцевал. Ну, возможно... Прыгнул, привет. Короче, возможно, я просто переоцениваю Кекса. Кекс, извини, ты красный. У меня с тобой флешка были, ты забегал в камеру, но я забежал в реальность. Лопнулся свет, я, как всегда, забил хуй бежать и учинить. То есть, на морд тебе навстречу никто не бежал, да, получается? Слушайте, а что насчет хуёпли? Сори, чел, я был, я встречал там курьера. Что курьер принес? Из космоса прям? Короче, мы не голосуем, да? Мы ничего не делаем, мы просто... А флешка? А чё флешка? А флешка что? Чё, да и... Флешку я видел, как он с камерой забегал. И когда выключился свет, типа, непонятно, мне показалось, как будто он побежал вниз в Волоша, а потом тэпнулся и вышел из ядерного реактора. Но это мне так чисто показалось. Надо включать штуку. Два кила и ГГ. Мне кажется, Волошу можно пытаться кикать, но он типа молчит, потому что на морд вряд ли, хуёпли просто руинит АФКшенством немножечко. Через сколько можно будет? 15 секунд.
Еб твою мать. Ну это посол, сейчас просто килл-килл ГГ. Надо срочно идти затрубить. Короче, флешка был, Волоша хуёпли. Так, ну вот, пожалуйста, вам и минус на морд. С кем был на морд? Не со мной. И не со мной, Андрюх, я просто сейчас тебя встречу. Блять, он что, он один ушел, что ли? Кекс, потому что был с хуёпли в админке до потемнения. А где был на морд? Кто-то знает? Короче, Валёк был трейдером, и Волош второй трейдер. Вот это нормальная заява. Валёк, ну, есть... Я вылетел от руин не сильно. Ну, есть такая вероятность, но, блин... Короче, а, есть несколько вариантов. Powerfly вылетел, и у него труп появился, и он зарепортил, и мы обсуждали раунд труп человека, который просто вылетел. Нет, такого не было, по-моему. Все умирали всегда. Короче... Powerfly в прошлом раунде мы обсуждали, что убили, нет? Слева. Нет? А кого мы убили в прошлый раунд? Где мы? Флажка, а вот это... Это вообще, бля... Слушайте, а может быть... Мы нашли в прошлом раунде карпа? А может быть, Кекс нас целенаправленно сбивает с игры, чтобы мы это самое... Блин. Давайте помолчим. Да, давайте, что там доставку флешка принесли? Что там? А, мне? Мне ничего не принесли. А кому принесли доставку? Ну, вы просто хотели обсуждать в прошлый раунд. Короче... Кекс, есть небольшая вероятность, конечно, что Кекс трейтер, но, возможно, он просто в тильте, поэтому непонятно. Волоша говорит мало, поэтому, в принципе, мне кажется, что он тоже подустал немного. Он кушает, хорошо, он не стал бы есть, когда трейтер. Хуёпли тоже АФК в тарелку. Значит, получается, флешка или Кекс, последний трейтер, или они оба трейтеры. Лол, 5 человек осталось, Кирилл еще живой. Вы что, рофлите? Это, то есть, вот такие, да, те аргументы? Чуваки, ну я как хотите, потому что я пытаюсь по игре вопросы задавать, все, ну, никто не хочет отвечать, три человека отмалчиваются, ну, как хотите. Сейчас все, пусть знает, где сдох на морд. Я встретил Андрюху, мы пересеклись у этой, короче, в командирской вот этой теме по центру. Мы ее называем. Все. Я никого не видел, я был в электрощитовой, короче, я сначала... Да, был, флешка был, спас. Блин, в общем... Гайс, я думаю, или у нас трейтеры, типа, АФК и плюс еда, или это Кекс, ну, типа, ХЗ. Я... Все, мне кажется, что это или Кекс, или же все в заднице, ребят, или все в заднице. Давайте делать квест, короче. Давайте делать квесты. Давайте делать квесты. Квесты делать, давайте. Раз, два, три. Красиво, хуёбли сработано. Да, отлично, молчать. Я же говорил. Ни на что не отвечать, как-то странно. Ну, блять, ребят, красиво. Ну серьезно, так интересно, что ли, вам играть за трейтеров, типа, а я был АФК, а я, у меня еда да приехала. Тоже, я спрашиваю вас, я вас спрашиваю два раунда, нормально, кого убили в прошлом, вы тоже молчите, не все молчат, типа, никто Андрей, не отвечает. Так я же тебе не соврал, что я ем, ты говоришь, что ты молчишь, я реально ел, блядь. Ну, я же, короче, хуёбли подставной. Я такой бегу. Смотрю, стоит АФК. Ну, АФК, АФК. Типа в этом... Отходил. В кафетерии. Я бегу обратно. Смотрю, стоит АФК. Думаю, ну, блин, всё, АФК, АФК, думаю. И он меня убивает. А потом ещё говорит, типа, ну я АФК, все тут, всю игру. Не, ну это как алиби, конечно, руина, типа, я АФК. Ещё мирный вылетел, типа, получается, у нас. Да, ну да. Нет, сори, отходил. Ну, типа, да, Волоша, то, что молчал, я это сказал, то, что, ну... Это как вы, по какой-то чисто по мета-инфе чела выиграли. А я ел, ну, я, блядь, ну, я ел, просто я же ничего, я не знаю, я ел. Это совершенно не спортивно. В скобочках через 15 минут то же самое делать буду.
что-то. Хочешь... Он хотел меня. Он хотел меня. Сука, кот. Помойный, сука. Нашел труп кекса, короче, вегетационный. И флешка, ты ко мне сверху прибежал. Я тебя сейчас очень сильно подозреваю. Да, я прибежал. Но я не трейдер. А, Кирилл покинул игру. Но это наклевывалось. Это наклевывалось, конечно. Тильт. Душнина задушила человека. Кстати, тоже мертвый. До конца. Флешка. Просто вот это максимально подозрительно сейчас. Ну, я не убивал. Правда. Это было уже не убивал. Я в кафетерии вышел с центра, не знаю. Не видел. Ну, я тоже не убивал. Я, короче, хотел сказать, что синий, я ему доверяю, потому что когда свет выключился, он меня не убил, а его... Он сдох уже и вышел из конфы, если что. Да, я понял. Но я ему доверяю все еще. Я тоже ему доверяю, но... Я говорил, Heavy Rain, короче, не играй, я вот сомневаюсь по этому поводу теперь. Потому что доверие. Так вот. Да, короче, да. Короче, кто-то его убил. А еще я Дреду доверяю, потому что я его видел. Короче, а... флешка прям под сильным подозрением. Ну, голосуем в него, поехали. Ну, во флешку. Я мирный. Блять, он мирный, я ему верю. Я мирный верю, бы так не говорил. Мирный бы так не говорил. Не говорить, меня убить хотят, Пол, Ярик. Ну, я не знаю. Ну, а в своё оправдание сказать, что смотрите, я Якоба точно не убил, вы мне можете верить, но я понимаю. А кстати, подождите, этот Ярик своими «я верю», он, между прочим, с Наболтоном бежал за мной в комнату. Я бежал за тобой чинить, у меня тот же самый квест реакторный. Да, а пойдем починим, блядь. А пойдем, блядь, починим. Я говорю, я... Пойдем, блядь. Все, без меня все сделают. Блядь, это не три, да? А, это не та кнопка. Ой, слава богу. Не, ну он мирный тогда. Выходит, что очень мирный. Да опять это говно, шо, сколько можно-то? Так, ну, гайс, классическая ситуация. У меня появилась кнопка репорт. Кто-то сдох возле ящика починочного. Единственное, хотел бы заметить, что сверху пробегали Волоша. Значит, вот кто бежал в сторону кафетерия? Волош, кто с тобой бежал? Карп со мной бежал. И еще один человек. Карпом были в центре, а кто там еще там, по-моему, Намор стоял на камерах. 5 секунд назад, значит, Волоша и еще 2 человека бежали направо. Волоша, Карп, кто с вами был? Возможно, кто-то был, но я... Я говорю, Намор стоял на камерах. Но это точно не кот. По-моему, был Powerfly еще сверху, в углу. Вот, и мы бежали типа с Карпом, ну, через метод-сек. А может быть, это был флешка? Не, нет, не флешка. Который умер снизу, да, Андрей, ты сказал, щитовой. Наморт, кот, Powerfly, сделайте что-нибудь. Хуёбли. Я не видел, я пробежал в кафетерий. Что я должен сделать? Ты сказал, пойдем починим, и я починил. Да. Ну, все, и дальше, что, я был твоим телохранителем. Поэтому смотри, Андрей, мы ходим с тобой вместе всегда. Нас двоих не убьют, если мы будем отбиваться от них. Поехали. Скейпвод. Третий с нами, один человек. Слушайте, ну флешку убили. Давай я. Валёк с нами, все, поехали. Только втроем бежим. А Валёк тоже может быть. По часовой стрелке побежали. Валёку, кстати, я доверяю. Валёк... Он не убьёт. Он нас не убьёт. Я сам, я веселые квесты, да? Так, я понял, ребят, бегаем втроем. Сейчас, секундочку. По часовой бежим. Все квесты выполняем по часовой. Я не помню. Квесты вы не делаете, да? При этом просто бегаете. Нет, мы делаем все. Делаем квесты. Все квесты, да. Отлично, идея, да, хорошая. Квест делаем, поехали.
Нам пизда. Нам полная пизда. Так, карп пошел чинить первый, но возможно это и фейк, потому что убивать он все равно никого не мог. Пососики. Да, сколько можно-то? Нашел труп, ребят, нашел труп Powerfly в правом нижнем углу. Я так понимаю, один состав вашего слушайте поезда отделился, да? А я не видел Андрея ни разу. Я не бегал с ними, ну потому что у меня там это самое, я пошел чинить сразу свет, а не вот это вот руинить игру просто, поэтому я не был, но... Где труп? Кто нашел? Еще раз. Я нашел, ребят, правый нижний угол, не знаю, как это комната. Короче, этот человек, который убийца... Он убил вероломно Валька и залез в люк. Uh-huh. Вот. А Скарп нашел, значит, не он убил. Я не убийца. А почему ты не убийца? А я там почему убийца? С чего? А почему нет? Потому объясни, что вы побежали, наверное, мне навстречу, и я вообще наверх убежал. Да, потом вернулся, люком. Очевидно вернулся. Еще ой, раз, очевидно, ой, знаешь, я... О, да, выиграть. Да, да, это Волоша. Волоша убийца, это психоанализ Волоша, собран. Это Волоша, конечно, это Волоша. Это Волоша. Да, возвращается на место. Да, конечно, да. Не спешите, возможно. Дело в том, что мы играли с котом, с Powerfly'ем, и в таком случае и кот тоже мог вернуться. Скоро пойдем играть во что-то другое. Не мог вернуться, потому что у меня есть алиби. Андрей знает, что я чиню реакторы и делаю это, да, очень эффективно. Ярослав, стойте, Ярослав. Я вас встретил. Вы убежали от меня, я убежал от вас. Так, может, короче, там ладно, где-то Powerfly ваш стол? Смотрите, ладно, давайте, сейчас с козырей зайду. А, трейтеры, по крайней мере, один против нас, это жесткий душнило, который все время свет вырубает. Он не хочет фаниться, да. Он хочет трахнуть нас. Это Волоша. Вперед. Скорее ладно, всего, продано. Кстати. По КД вырубать свет, ну, сори, да, я кидаю Волошу. А, ну, найс аргументы. Ну, 2 в 2 влетите. Кайф. Я так понимаю, 4 человека меня уже проголосовало, да? Поехали. Возможно, это кот и Андрей. Киньте в кота. Не, ребят, это не я. Я гарантирую вам. Ну, 2-2 через 2. Минус Волоша, нахуй. Да, блядь, легко тебя просто чему-нибудь вышить, когда ты маф. Зачем с этим спорить? Так, кот, карп на месте. На морд что-то бегает. На морд кот, чик. Hello guys, this is emergency meeting. Хотел сказать вам, ребят, что карп сдох, с ним был кот. Короче, это кот, значит, это кот. Очевидно, что второй, возможно, кстати, был и Волоша, кто его знает. Ну, для меня это кот, то, что на морд пришел из... Где, кстати, сдох карп? Кто-то видел его? Я не видел. Я его только что видел недалеко где-то. А где еще два человека? На морд. А? Не видел. Я грузил очень долго данные, а потом бежал. Короче, я понял. Значит, последним был карп и кот. Закрывали, значит, в щитовидке моей это свет включали. Да, вот. Соответственно, на морд тусил в комнате подзора центральный, короче. А где был хуёпли, кстати? Я слева бежал в электропитание, там, где свет включают, там делают квестик, у меня там много квестиков. То есть, возможно, это был и хуёпли, который убил так, карпа. Короче, на морд. Это или кот, или хуёпли. Очевидно, вот. Это один из них только, потому да что... Почему? Все. Я мирный. Чинит реакторы. Нам надо объединиться, ты, Бурбалек.
Шабарбек. И понять, кто из этих двоих убийца. Там убийца, и он убивает. Ну это хуёпли тогда. Ну, на морд? Я? Нет, я мирный. У меня осталось там 3 квестика всего. Это точно не я. Просто Наморд мог теоретически убить в центральной Давайте комнате. Давайте скипнем, потому что нас четверо. Одного кикнут, одного выгоним, победка. Чё? Ну, типа, ну будем ходить вместе просто и нормально. Если будет. Мы сейчас выкинем не того, то останется один. Нет, смотри, надо разделиться. Я с Намордом, Андрей, ты с хуёбли. И все. Не пойду нормально. Я никуда с нас. Да нет, да отстой. Ты с Намордом, я с хуёбли. Чел, останется 3 человека и все. И там ничего если не успеется сделать. Если мы сейчас выгоним, останется 3 человека. Вот да, что это будет. Это автолуз. А если ладно, мы не выгоним ладно, никого, хорошо. Ты убедил меня. Ты убедил меня, но, блядь, ты убил Карпентера. Я не или хуёбли. Или Наморд. Что там думает? Что там думает? Короче, хуёпли, трейдер, я ему... Но, скорее всего, хуёпли. Мне я очень не нравится хуёпли. Ярик, ты чё? Я почувствовал, ты... Ой, ты вероломный чел. Ты убил меня, будучи авк. Ты одной рукой принял заказ, да, кастомки в ВК3 это все сломанная опасно. Тема, потому что Warcraft уже сдох, к сожалению, сам по себе. Ой, как заебали выключать этот сраный свет. Ну, ну, просто убил сейчас, очевидно, потому что непонятно, кто шел, кто не шел вообще, в принципе. Кот, Дред были здесь. Есть ли смерть какая-то? Надо посмотреть. Окей, ничего не случилось, скип. Ты на очке, да, был? Да, конечно, но... Ну, блин, этот свет — это полная хуйня все-таки. Это все еще душнило, который все время выключает свет. Задумайся, кто это? Похоже на хуёпли. Он на жнеце, на трейсе играть в Overwatch. Он фан не любит, чел, он фан не любит. Свет не трогал. А Наморд молчит все это время, а? Отмалчивается, да. Я не верю, что... Ну, блядь, естественно. Короче, похуй на цвет вообще. Очень страшно стало, свет выключился опять. Неожиданно. Ну что, главное, все хорошо. Со мной был Наморд, он меня не убил ночью, если что. Просто информация. Так что это или хуёпли, или кот. Наморд для меня я теперь красненький. Котом. А угадайте, кто починил электричество? Вот как вы думаете, кто? Кот? Тот, кому да, это менее всего выгодно. То есть маф, то есть кот. Ошибочно так считать. Поехали. У каждого по 2 сбора у нас здесь. Ну, хуёбли, наверное. Опа, ничего себе. Он сейчас не может меня убить, иначе палево. Типа помог, типа обелился. Намор жив, бежит за мной. Последний квест. Бробирки. Самый долгий тильт. Андрей, тебя не смутило, что перед нами хуёпли прыгнул в люк? Прям вот ты выбегаешь из этого? Сори, чел, кнопочку случайно нажал. Я не видел, но кнопочку не нажал случайно. Поехали, поехали. Его вместе заволоши его этим самым. Это мой маф, который не может убить. Нагнать на другого. Ой, блин. Какая же хорошая игра, инспектор Кот. Вы на высоте сегодня просто. Ну ладно, один раз вас развернули, второй раз просто зарандомили. Всего доброго. Да в смысле зарандомили? Вот это вот, когда не прокнуло, сразу, я не играл, я ел, мне нечего сказать, я не мав. Смотрите, Андрей в первой жизни выиграл. Побеждать, когда ты постоянно жмешь. Чё по инфе?
А все хорошо у нас. А там, говорят, Андрюха в люк прыгнул, прям при твердой на мой. В твой люк Волош прыгнул. В смысле? Ты вы можете сказать, что да хуёпли, голосуй в хуёпли и все, и я победа. Я пропустил. Ну, как знаете, я просто пропустил обсуждение. Ничего страшного. Я сам себя бахнул. Ну, пох на игру вообще. Это и я. Блин, челы, ну свет это, по-моему, дрочево прям очень. Отвратительно вообще. Вы вместе бегаете? Ну это... Это Волоша, естественно. Кстати, забавное, что мы с Воплей два раза подряд тратили. Первый раз я снова убиваю снеговика. Снеговик вообще, мне кажется, кайфово. Кто... А мне просто интересно, кто из вас настолько плохо чувствует людей, что убил Кекса первым? Вопли. Да, он подвернулся да, просто. Хорошая очень идея была. Если ты хочешь заруинить Among Us, вот это сейчас была идеальная ситуация, чтобы убить Кекса первым. А, я кста ушел. Да, я предлагаю, думаю, мы все уже ушли. Судя по всему. В этот самый в RZ, может, пойдем? Флешка? Может быть, да, можно. Пойдем. Что будет? А Кирилл будет играть, интересно. Кирилл, мне куда кажется, мы... пока не готов, я думаю. Куда мы двигаемся? В канал Анал-2. Давайте в канал Анал-2, да. Спасибо всем за игру, если что, ребят. Спасибо, да, за игру. 100% винрейт, кстати. Угу, угу. Блядь, это первые 4 слова, которые ты сказал за игру вообще. Хорошая работа. Так, ладно. Ну что, слушайте. С самого начала что-то как-то не сдалось, если честно. Нам нужен еще один мужчина, стало быть. А что, Кекс не будет? Ну, я не знаю. Мне кажется, не очень Кекс сейчас хочет командные действия делать. Ну, просто чисто так, по опыту. Так да, а что? Ну, а что он сейчас будет делать? Я не знаю. Ну, давай я приглашу его. Давай. Он пошел в миллионы играть. Не да. Не... Хочет ли он действительно? Я написал, не знаю. Андрюх, ну тебе сегодня везло вообще, тебя даже первым не убивали почти. Да, это странно очень. Я почему-то играл. Я сегодня просто АФК сидел. Я еще ни разу сегодня мафом даже не был. Классно поиграли. Ну, один раз был для меня. А, ну да. Но там, блин, такая ситуация была, что вообще жесть. Так, ну Кекс, наверное, что-то ответил, а может быть нет, не знаю. Ну, пока он вроде чат даже пока не читал. Блин, ну мне кажется, Кекс в тильте до сих пор, поэтому непонятно. Тоже мы же... Ну, он вообще сказал, вроде как, что ливнул из-за того, что, типа, он спрашивал что-то по игре, а все рофлили, типа, ничего толком никто не мог. Ну, блин, я просто по-своему, тоже я там про это, про доставку, все дела. Ну, для меня это такое, может быть, на этом человека можно подловить... Так сказать, он не продолжит историю дальше. Или сделает смешную какую-то историю. Типа, я не, же. Ну, доставка не... это такая отмаза, блин. Ну да, это галимая. У меня самолет в дом летел, и это. Ну, типа, все равно, да, я типа не... хорошо, я не всегда играю в Among Us на победку. Типа, я иногда просто хочу побаловаться, порофлить, но. Не знаю, мне кажется, в этом суть этой игры. Ну, да, да. Ух ты, если сейчас вернусь, барабан. Потная... Mm-hmm. Если будет потная душни, то мне кажется, не очень тоже будет. Кирилл не хочет чат читать.
ППЦ под, походу. Я как будто специально это делаю. Так, алло, ну что, у нас появился человек, не появился? Да пока нет. Да интересно просто, ну Кирилл специально не читает сейчас или нет? Так, сейчас. Батя, я получил. На 2 минуты АФК. На 5, 3, 5, давай, 6, давай. 10. Текст прочитал, может быть, сейчас. Карп, а ты пробовал заходить в игру? Нет, проблемы там какие-то? У меня что-то подключение к серверам. Ой, нет. Блин. Сейчас давай проверим. Тут, получается, позвали. Ну, тут неловко. Не, ну мы ж не знали, типа. Да. Мы знаем, не, я захожу такое. Сейчас. Захожу вроде сейчас. У тебя в игре проблемы? У меня к этому что-то проблема. Ну да, подключение к сервисам World War Z. А что подключение к сервисам? Можно как пропустить нажать? Но нет подключения тогда. Сейчас скажу. Пока что да, пока что висит подключение. Давай я Twitter проверю. Давай. Да, не подключается. Сейчас проверю. Ничего не пишет. Здорово как. Там какая-то распродажа, возможно, у них все сломалось из-за этого. Ну, ну хотя я походу пати так и не могу гинуть. На плюсики нельзя нажать.
Без подключения играть действительно нельзя. Алло, здорово, ребят. Привет. Привет, Кирилл. Что, еще такая... раз повеселиться предлагаете? Да, но тут такая ситуация неловкая. Мы что-то зашли в игру, вот, а там что-то не коннектит почему-то к сервакам. Мы, естественно, не знали, когда тебя звали, если что. Так, просто. Вдруг сейчас заработает? Ну, может быть, вы кривые просто? А ну, может, может быть, вполне. Вполне может быть, попробуем. Ну что получается, если у Андрея появилась бета, мне надо хила какого-то. У него он что, качает? Я что-то не увидел, где. Ну он говорил вроде, да. А, да? Ну, я в Warcraft не против поиграть. Вы можете пойти арену, а я буду чекать сервера. Не, я-то пойду за обильность, я сейчас в офф вряд ли пойду. Андрей отошел, да, типа? Да. Угу, ну там кушает вроде. Опять? Блин, жесть. Как можно так часто жрать? Постеснялся бы хоть. Мне кажется, Андрею нужно этот сделать, команду в чате, типа. Привет, Андрюх. Здорово. Так, что, у вас типа... А, сама игра не подключается, да? Да. В смысле, куда не подключается? О чем речь? А, все, понял. Ситуация. Сервисы ВВЗ, типа, не это? Да, все понял. О-о-о. Сервисы. Какие нахрен сервисы? Блин, так ухо от капелек болит, короче. Что-то вообще жесть. Блин, это что за фантастический тайминг у нас такой игры в ВВЗ, простите? Непонятно. Это... Сегодня наш день получается. Да. Просто я подозревал, что в эту игру просто в принципе никто не играет. Возможно, поэтому серверов нет у них. Нет, там кроссплей ввели прям сегодня. И 4 часа уже проблемы с серверами. Угу. Неловкая ситуация. Ну, если что, вдруг... то в принципе, мы что, могли бы на какое-то время пойти, например, в ВОВ, ну, если я там, типа, нормально. Но Кирилл не хочет. Кроме совета, а. Ну, блин, мне сейчас кажется, ВОВ поплавайте, надо с утреца, мне кажется, стартовать с ВОВ, чтобы не убивать стрим ВОВом, надо с него начинать. Ну, тоже правда, конечно. И повышать планку, а не снижать. Нет. Плюс, там надо много будет кнопок побиндить, и там одни глады, Андрей, так что ты сразу, мы там только сосать будем. Плюс у меня хила нет, тоже надо будет. Ну я, не, сосать так я в принципе готов, это ж вопрос не проблема совсем. Ну вот и я здесь, а я здесь, поэтому. Какие у нас еще компьютерные игры есть? Вот мы же можем сейчас что-нибудь классненькое камина на 4 их придумать. Смотрите, есть, помнишь, как ты говорил, Vermintide? Ну, в нем там... PvP режим так и не ввели, мне потом рассказали, почему зрители, эксперты, поэтому, возможно... Ребят, помните... Left 4 Dead есть. Left 4 Dead на максимальной сложности челлендж пройти. Можно. Пок. Я вообще кайф. Или 4 на 4. Устанавливаю по фасту. А там есть? Там же есть ранкет, наверное, даже. Блин, а давайте, может, реально попробуем какой-то этот Left 4 Dead компетитив? У меня зашло. Нет, не зашло. Повторить. Ну, я сейчас... У меня зашло в меню просто. Left 4 Dead качается все равно. 12 Не, я давно хотел пройти Left 4 Dead все компании, типа, на какой-нибудь сложности большой, если вчетвером, мне кажется, это вообще кайф. А там очень сложно, типа, на большую сложность? Ну, там сложность великая, да. Сложность 1337, кеквэ. Блин, мне страшно от одной мысли, то, что я буду играть в эту игру. Ты сумасшедший. Так, я-то сумасшедший. Ты же говоришь, что 9 часов играл. Ну да, я знаю, как бы, о чем я говорю. Я просто 9 часов играл, знаешь почему? Потому что я играл на нормале, а на нормале, пока ты этот ключ не находишь, вообще на тебя почти не нападает никто. И ты долго сидишь, просто сайты читаешь. А что там это, Кирилл, ты что-то гайдил, вот Ярик, Андрюху, я просто это не слышал. А что там такое, что нужно знать? Ну там просто 6 листов документации на столе лежит о игре, поэтому я вкратце их рассказывал.
И они на английском языке. Пожалуйста. Там душновато это на стриме читать. А, расскажите, пожалуйста, я вдруг... Ну... Если не сложно, конечно. Из того, что я понял... А ты будешь играть? Если... Когда будешь играть? Да, ничего, там в другой день, если вам сейчас... Ну там до хера просто, да, там не 5 минут. Окей, слушайте, есть же еще какая-то штука, которую постоянно говорили, но она такая, судя по всему, немножко душноватенькая, но интересная. На четверых 1-4 человека, по-моему, не Divinity, или Dragon Age, или Divinity, или вот... Ну, Divinity — это не особо для стрима игра. Divinity — это даже если, ну, как бы, браться поиграть, это надо какую-то ламповую кампанию, сидеть ее проходить всю, а иначе это не игра зайти, типа, порофлить 2 часа там. Понял. Я в первую часть заходил как-то, мне показалось, там супер все долго как-то. Вот, но она вот в Crusader Kings по сети, вот это было бы клево. У тебя карп есть, да, если что? Спасибо, карп. Я прям чувствую, как будто им Монкас опять играю. Да, 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 ребят, да, да, да. Я замутился, извините. Курьер сошел? Да, всех курьеров. Что еще есть? Что есть? У меня, кстати, у меня нет, если что. Speedrunners можно пойти поиграть. Кингов. Классно играем. Так, чисто время убить Speedrunners вообще 10 из 10. А помните... Пока мы убиваем стримы, но мы можем что-то это... Давайте... Слушай, Spellbreak флешка, там на сколько человек можно? Вот это я, кстати, не помню. Мне кажется, на 4. На троих. Или на 3. Ну, вы втроем, а я буду фоткать. Нормально. Ну, Spellbreak, мне кажется, пососать немного весело, но бесплатно втроем. Но в целом... Ну, при том, что Андрюха не играл, ему будет весело. Я как бы... Left 4 Dead у меня уже качается, если что, очень близок к скачиванию. А 4 на 4 мы не ходим, да, Left 4 Dead или что? Так хоти... А, ну, набрать 4 на 4? Ну, надо спросить... да, вот там вот. Если будет, например, Макс... Там Твикуша, например, какой-то есть еще. И все, дело пойдет. Андрюх, а ты видел вообще Spellbreak игру? Я видел, это типа Battle Royale с... Тренировка перед его... Не, в Афарену было бы классно, конечно, но реально, я просто знаю, что будет прямо у нас посос каждый этот полный рот. Мы не сможем даже порофлить, там не будет это... Не будет каких-то этих, там реально, там ранг 1 гладиаторы, там же бетку-то изначально кому дает, кто прошел фулл мифики, типа на ритейле, вот, и стримером каким-то крутым, вот. Поэтому, ребят, вы ключи бросили, да? Там... А в какой-нибудь DayZ попердеть нет желания? Не, DZ, я попердеть пас, это там дольше собираться. А DZ тоже надо идти, типа, и прям плотненько играть, либо... Вот как Шраут играет уже недели две, вот это нормальная тема, мне кажется. А вы помните Deep Rock Galactic игру? Там много апдейтов было. Но она... Я не играл. Она вроде нам не очень дошла. Будет, слой снеговик будет в этот... В Left 4 Dead. Ну, значит, Left 4 Dead. Я посмотрел, как Хирюкс Доминика за Адреном бегает, в какой игре? В любой. В GTA. В GTA тоже, кстати, есть, да? О, GTA ограбление, блин. Эх, эх. Я себе скачаю GTA. Я, блин, еще... Я псих. Я хочу еще на РП залететь какой-нибудь, когда-нибудь. Да, мне тоже денег хочется. Так, ну это, чё? Короче, нам еще двоих надо найти. И мы с Яриком решили, что хотим вот поиграть скоро как-нибудь, где-нибудь. Блин, может, я тоже с вами захочу как-нибудь? Слушай, Кекс, если ты захочешь с нами, то вообще же здорово будет. Хорошо. Просто сейчас как раз это, да, 25 сентября, там вообще нечего поиграть особо. А что 25 сентября? Ну, я за... Ну, 25-го Мафия, это ремастер выходит. Ремейк, скорее. О, это хайповая игра, это я тоже, конечно, могу... Хайповый. Хайповый — это Serious Sam 24-го. Ой, Serious Sam, да. Только, а, нет, там же сделали Serious Sam, по идее, то, что он в каком-то роботе, типа, и уже, в общем-то, он другой совершенно. Или это что-то другое? Не знаю, не знаю.
Я в Serious Sam еще 24-го играю, ребят. Так, ну что, получается, Максим есть? Максим есть. Снеговик, снеговик есть. Плюс. Но мы... Вопли, говорит, есть. Он... Ну, блин, у нас уже 8 человек. Вон. Дайте мне Максима в тиму и поехали. Так, ну нужен... Блин, шкипера бы он еще тоже затрот этой штуки. Сейчас я напишу ему. Потому что потники и стаки — это прикольно. Здорово. Привет. Вы уж создали? Или нет? Здорово, мы сейчас защите. Че, шкипер пишешь или набор заберем? Да я шкиперу пишу. Набор тоже ready. Ну, нам... Вот, все, он будет. Добрый день, добрый день. Добрый, добрый. Так, ну привет. Хорошо, то есть получается у нас по уровню игры, если, поправьте, если я не прав, Кекс равно шкипер, Максим равно флешка, а остальные мусор, правильно понимаю? Плюс. Я прям ушел. Вообще жестко, я себя тоже приравнял еще в этот резервуар, скажем так. Ну все, да-да, хорошо. Давайте. Значит, тогда. На стримчике получается. Скачано на данный момент 61% со скоростью 30 мегабайт в секунду. Идет дальнейшее скачивание. Ориентировочно осталось примерно, буквально, не показывает сколько. Че, на реализме будем играть или без реализма? Ну, мне кажется, на самой большой сложности, потому что у нас вроде как, ну, как минимум 4 из 8 человека понимают, что они делают. Поэтому это уже неплохо, мне кажется. Ну давай. В роботе пару миссий. Я создал. Так все как надо. Блин, ну в Сэмочка я с кайфом. Сэмочек это Раздать. Прям, это нравится. Так, ладно. Залетел. Реклама World War Z заканчивается, тогда я выключаю. А вам тоже захотелось? Как поиграли? Блин, я... Давайте завтра, может, мужики. Завтра, а? А? Ну, завтра, походу, только днем и до вечера, потому что завтра же у Кирилла точно покер, да? Вот, у меня, да, покер. Я бы... Да без меня можете кого-нибудь найти, ребят, я думаю, легко. Не знаю. Эти коопные игры, сидишь, 3 часа смотришь, как другие играют люди. Я люблю сам играть, понимаете? Почаще. В смысле? Ты же сегодня сам хотел поиграть в пати, как раз предложил. Чё-то. Ну да, но я потому что не играл 2 месяца, я поиграл, вспомнил, как это весело, и решил опять это. Мне кажется, не очень наглядный пример. Веселье. Скобочка, нолик. А что там за турочек, Кекс, в герочек в покере? Ну, 2100 долларов вход. А, это опять это? Прогрессив нокаут, одного чела выбиваешь, плюс 500 бачей, как бы сразу. Приятненько. Блин, так это что, если Алоха будет играть, то какой смысл вообще людям регистрироваться? Надеюсь, не будет. Надеюсь, у него кончились деньги на завтрашний день. А вот послезавтра пусть играет. А завтра хочется, чтобы освободилось первое место. Понял, ну да. Так, ну Андрея так пока ждем, да, только? Ну, поделимся пока? Да, я вот не пытаюсь, типа. Давайте поделимся. Че, как делиться будем? Ну, смотри, вы с Максом. Значит, давай. Шкипер с флешкой, это уже флешка, есть. Да. И остальной мусор просто как получится. То есть рандомен мусор, правильно? Да. Максим, нормально. Понимаю, хорошо. А можно, типа, самому, так сказать, объедки добрать команду? Ну, в принципе, да. Да пусть рандомом тогда. Не, давайте рандом тогда решит остальных, если Андрей так это. Давайте. Не, ну нас же все примерно играли немножко, и это самое... Да, да. Из остатков, так сказать, но при этом... У нас даже есть победители драки за батон по Left 4 Dead. Есть. ТВ, правда, нет. Есть проигравшие драки за батон. Сколько, Андрей, процентов? Может, проценты просто будешь говорить каждую секунду? 94.
Неплохо, неплохо. А сейчас... Да у меня скорость балуется почему-то, 95. У меня то качает 70, то 10. Типа, вот я не понимаю, как это работает, хотя ограничение не стоит. Так установка, наверное, идет. Да я ворую, извини, Андрей. Блин, ну что так? Вот бы сейчас 3 часа кайфово поиграть в Left 4 Dead. Потом я пойду PlayStation 5 посмотрю. А что там? Что там? Это какая-то... Презентация PlayStation 5, может, что-то новое, какие-то фичи показывают или еще что-то. Понял. Внутренний встроенный VR-плеер. Нет, ну что? Ладно, я не начну. Скорее дополнительный SSD. У меня Sega Mega Drive 2 была, это последняя приставка моя, поэтому я не очень понимаю как. Но скоро вот буду играть в игры не на компьютере. Какой первый будешь не на компьютере играть? God of War флешка мне прорекламировал. God of War на максимальной сложности, надеюсь. Не, ну зачем на PlayStation играть на максимальной сложности? Мне кажется, просто средненькую поставлю и буду пердеть. С нуля, если убираешь. А то есть ты хочешь кекс только на максимальный, да? Хорошо. Ну, я и флешка, я уверен. Кекс на максимальный выходил. Да, да. Но я, правда, в отличие от кекса, последний Валькирию еще убил. Так. Опа. Меня тоже убил. Когда? За хазу. Когда я хотел посмотреть, да, эти просто. Ну, понимаешь, флешка, ты постоянно что-то со мной соревнуешься где-то, а я как бы не особо ни с кем соревнуюсь, поэтому у меня немного другая ситуация. Просто как-то. Ну, я просто посмотреть хотел запись. Соревнование какое-то. Да, в FD добавят кастомную карту, да, я знаю, что из кастомную карту какую-то добавят в эти. Мы завтра, если прям утром, можно поиграть в WoW-арену, но... Так, короче, Андрюх, ты зайди сам. Там знаешь, сколько кнопок биндить? Особенно на дороге. Мне очень сложно. Очень сложный кекс. Я правда говорю, я создал себе, значит, 50 уровня персонажа какого-то. Он почему-то 50, а не 60. Как сделать 60? Потому что Таргаст надо выбрать. А мне никто не предлагал ничего. Так тебе кто должен предлагать? Ты взрослый мальчик. Ты купил игру для 40-летних. Ты чё? Ну, я привык просто, что предлагают что-то.